Всем привет, привет, добрый вечер, привет. Сейчас все начнем, скоро народ подтягивается. Кому не сложно, кто на Азии играет, кто на Европе, да и на глобале, напишите, пожалуйста, в чате 444, 888, 1408, 14.08, вот что начался стрим, если вам не тяжело, буду признателен. Привет, привет всем. Привет, привет. Не будет, потому что целый день точил руны. Ага, вот так. Да. Два или три персонажа приодел, так что скоро все покажу. Валькирию переодел, как и хотел, сделал с нее такого ДД. И знаете, приятно, когда она кредует на арене по 30 тысяч. Да. Привет, привет всем. Привет. Если не сложно, напишите в группах, то есть прорекламируйте меня чуть-чуть. Огромное спасибо. Сегодня, кстати, тоже еще откроем немножко свитков. Там будет 11 или 12 свитков. Меня попросил один хороший человек. Да. Попросила, точнее, зайти к ней на аккаунт и открыть свитки. Ну, я предложил на стриме, почему бы нет. Вот, 18 тысяч ударила Валька без бафа на атаку. С бафом на атаку, ну, будет 1025. Может, 30. До 30-ки. Вот так, привет, привет. Так, да. Орочи я одел. Да, наконец-то одел Орочи. У моего ведра, как вы думаете, сколько сейчас скорости? Правильно, он у меня одна из самых быстрых скотин из моего зоопарка. Раньше у меня было у ведра скорости 172, сейчас скорости 203. Разница в 31 скорость. Я считаю, это пипец как много. Сразу вот такой вот скачок лично для меня сделать. Да, ведро теперь у меня шустрое, и, кстати, ведро у меня с контратакой теперь. Так что теперь он еще и отвечает на всякие плохие дела с 15% шансом. И на драке теперь он, ну, пока еще не умирал. А если что, вон Валька страхует. Привет, привет. Да, Ахмана я тоже, кстати, одну руну я спионерил с Ахмана для моего ведра, потому что, не поверите, короче, собираю я сегодня... собираю... ведра, потому что не поверите, короче, собираю я сегодня свое ведро. Получается идеально 201 скорость, 201 скорость в сумме, но 99% шанса крита. Это такой был облом. Я все перерыл, и у меня не получилось сделать. И что вы думаете? Я вспоминаю про своего Ахмана, у которого в сумме, ну, как бы типа больше 100, понятное дело, что нельзя, но у него в сумме вышло там 103 или 104 шанса крита. Естественно, я ему отдаю послабее рунку, а с него спионерил и одел на свое ведрышко, да, поэтому ведро у меня получился быстрее. Привет, привет всем. Передам, передам. О, почки, какая топовая руна. Спасибо за подписку. Так, так. Ну, руны и все остальное покажу чуть позже, пока давайте сыграю в лотерейку. И на мирового босса схожу, потом еще чуть-чуть пофармлю. Открою потом свитки. Сегодня еще два аккаунта разыграем. Короче, много чего будет. Привет, привет всем. Привет. Кому не сложно, еще раз повторюсь, напишите о том, что я начал стрим на 444, 888, 14.08 канал. Это русскоязычные стримы. О том, что я начал, начал свой стрим. Пожалуйста, если вам не сложно. Буду вам, конечно же, признателен за это. На каком бы вы сервере не были, даже на глобале, буду благодарен. Итак, что я хотел сделать? На мирового босса сходить. 15 энергии дали. Херашеньки. Да, ну и сегодня последняя война гильдии. Мы и так уже забрели очень высоко. Кстати, переодел полностью своего пирата. Теперь он у меня не в свифте, а в виоленте. Получился достаточно тоже быстренький. Там у него около 180 скорости. Ну, для меня. И второй сет я на него одел шилд. Да, теперь будет дополнительный баф. Реже будут с Вальки снимать всякое говно на рандоме. Привет, привет всем. Привет, привет. Толь, можно вступить в клан, но не быть в атаке? Нет, потому что нет мест. Да, а даже если оно есть, то оно такое скачущее одно место для каких-то там твинков. Про атаку, наверное, вообще можно забыть, потому что у нас такой костяк уже железный, который последний, наверное, месяц. У нас гильдия стабильно отыгрывает, честно, никакого срача, никаких, это все идеально, все красота, но в плане войны я доволен. Сидим все время на сливе, но постоянно заканчиваем в рубине, меня это устраивает, как и всех. Если,
Или ты не про... Если ты не про мою гильдию спрашивал, то вообще можно. Можно в гильдии сидеть, и ты не будешь в атаке, ну, если тебя не поставят. А про мою гильдию... Оу, нифига себе. 35 из 50. Скоро будет свет тьма. Наверное. Итак, да, переодел Орочи. Ну, короче, всех покажу. Всех скоро покажу, когда людей больше подтянется. Так, так, так. Да, если вам не сложно, в группах напишите о том, что стрим начался. Буду благодарен. Кстати, вот бот рекламирует постоянно ссылочку. Ну как постоянно, раз в минут 10 он ее кидает. Если вы в чате присмотритесь, он кидает ссылку на приложение в Google Chrome. Вы не подумайте, вас там не заблокирует ничего. Оно никак не относится к игре. Это первое. Второе, оно относится напрямую к Твичу. То есть когда кто-либо, на кого вы подписаны, неважно, это Аракис там или какой-то там, не знаю, Дэнди, еще кто-то, какие бы вы стримы не смотрели на Твиче, у вас будет вылазить уведомление внизу, либо вообще светится там количество стримеров, которые сейчас стримят онлайн. Да, это действительно приятное приложение, я им пользуюсь уже давным-давно, и классно все-таки сидишь, у тебя уведомление хоп вылезло, что кто-то начал стрим, а тебе там, не знаю, скучно, ты хоп и взял, посмотрел. Д, так, Б плюс, оу, класс, только маны, супер, вообще, я доволен, не знаю, как вы, я счастлив. Восхищаюсь. Да, и переодел Арию, конечно же, одел Арию. Так что Ария теперь у меня тоже хорошая получилась, более-менее. Не то, что я хотел, но хотя бы более-менее, да. Хотя бы. Я думал ее немного быстрее сделать, но руны мне не позволили этого сделать. Хотя я решался между тем, как, чтобы одеть Чхиву, либо Арию. Но знаете, Ария мне больше сейчас нужна для хард-башни. Чхиву нужен больше будет для ГВ и арены. Но на Чхиву все-таки я хотел получше руны, а у меня их пока нет. Одну руну мне добить, и я одену тоже Чхиву. Аракис, с какой пачкой фармить? Орочи, блин, это ж... Посмотри, пожалуйста, мое видео на YouTube-канале. Оно там собрало уже больше 10 тысяч просмотров. Фарм от B6 до B10. И там уже сам подумай, кого можно скомбинировать, кого убрать. Скачал Twitch, и мне приходит уведомление, что ты начал стрим. Ну вот, у кого-то приложение стоит. А тем, кто подписан платно, вот-вот, как Арсарас, вот многие подписаны. Те, кто подписаны на меня платно, то есть вот вы видите, 7 человек уже в сумме. Им еще и приходит смс-уведомление на телефон. Да, это еще, наверное, круче, скажем так. Так, давайте. На арене я пытаюсь долезть до своей голдюни, просто мне нужно больше кристаллов, потому что я что-то по кристаллам просел. Попытаюсь я до голды добраться. Думаю, у меня это получится. Так, ну а здесь давайте возьмем мою стандартную пачку. Да, давайте сделаем так. Вальку я не переодел, рун на нее до сих пор и не выбил. Ни рейнджа, ни фатала нормального. Так что вот такие вот дела. Из своего костяка я, по сути дела, никого и не поменял. Белка у меня стала на 5 или 6 скорости медленнее, а так... Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Это вообще законно? Ох, сейчас можно было бы по жопе получить неплохо. Чуть-чуть медленнее Хлоя, и все, и... Сейчас бы я офигел. Да, но чувак проиграет, конечно же. Да. Буквально чуть-чуть скорости, вы видите, решает абсолютно все и вся в этой игре. Крапелька. На самом деле, вот такой дев, знаете, я не скажу, что он топовый и все остальное, но он скоростной. Согласитесь, что если у вашей Хлои там меньше 200 скорости, вы бы сейчас слетели. Так же, как и я. Да. Так, ну я не думаю, что будем рефрешить, понятное дело. Валька идеально сходила. Так, так, так. О, еще чуть-чуть, и у нас уже будет голдюня. Давайте возьмем три приглоса. И скоро кинем кости. Мне нужно добить 10 боев. Скоро кинем кости. Я так понимаю, сегодня последний день, да? А с понедельника новая акция. Там по часу в день на двойной опыт, двойная мана, бла-бла-бла. Короче, на двойную ману я буду тратить, да, вы знаете как, 650 тысяч маны. Это круто. Кто не видел мое видео, можете посмотреть на ютубе, как получить 650 тысяч маны за 5 минут. Тем более вот сейчас включается та акция, которая вам сможет сделать это, да, позволит вам это сделать.
Конечно же, если у вас есть времени больше, то вы больше получите на вулкане, если потратите ту же энергию и все дела. Так, 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 получаем, забираем. Завтра я буду тратить, не буду. Нет, можно еще забирать. Сегодня я не буду ходить в этот раскол, да. В эту промежность. Итак, так, нет, не сюда я хотел. Сегодня, ну, вроде, не хочу накаркать, но тормозов я таких не наблюдаю, как были вчера, согласны? Вчера это вообще какая-то пошаговая стратегия была. Я не знаю, что это было, но было. Так, сюда мы возьмем, ну, давайте стандартную мою пачку. Не знаю, насчет стандарта, давайте покажу вам свое ведро, которое я переодел, вы видите, да? 203 скорости. Это быстрое ведро, я считаю, на моем этапе это просто, ну, сверх. Скоростная машина. Вот такие вот руны на нем стоят. Буду так показывать по чуть-чуть посредством. Но эту руну я не менял. Эту руну... Нет, я, по-моему, менял и снял ее. Не помню, с кого. С кого-то я ее снял. Вот эту руну я недавно выбил, проточил ее. Получилась она вот такая. Ну, вот эти статы более-менее приятные. Эти, конечно же... Короче, не получилась она. Так, скорость здесь 16. Там крит шанс, бла-бла-бла. И здесь тоже скорости 17. Получилось приятно. Эту руну я снял со своей белки, да. С белки снял. Пришлось ее немножко подраздеть. Но ведро для меня важнее, так как он у меня... Ну, один из быстрых бустовиков, не считая там Бернарда, конечно же. Так, так, спасибо за подписку. Спасибо. А, и переодел, конечно же, своего Тессариона. Тессариона переодел. Шанс крита у него меньше стал на 5. Больше крит дамаги стало на 10. И самое главное, я одел ему атаку. Да, не было у меня контратаки. Потому что если бы у меня была контратака, я бы ее одел, конечно же, на кого? На Карла. Вот, одел на этого персонажа. Ну, получился он вот такой вот. По дамаге там 1700 с копейками. Ну, знаете, он меня радует. Дамаги еще больше. Плюс хп добавил 1000 где-то. Так что мой Тессарион меня радует. Когда три атаки через второй раскол его проходят. Ой-ой-ой. Ого. Веромос шустрый. Шустрый Веромос. Кстати, Веромоса я тоже чуть-чуть проточил. Он у меня теперь там на десятку скорости быстрее. Так, ну, по стандарту буду убивать первого рыжего. То есть черного. О, Виолент, ну конечно же. Так, раскол на Вальке Петровне. Ай-яй-яй, сейчас будет больно. Ну, не так скажем. Да, кстати, второй сет Немезис я одел на свою Валькирию. Потому что другого у меня... Да ну господи, что же это такое происходит? Вообще это законно? Да, сейчас если Валька скопытится, то у нас могут начаться проблемы. Так, наверное, нет, не того я начал бить. Будем Вальку убивать следующую. Давай, стан. А, мать твою за ногу. Зачем ты ее кританул? Мы же договаривались. Ладно, тут главное убить, конечно же, Ритешика будет, скотина такая. Бесит меня, блин. Давай, крит. Отлично, 9000, нормально, без всяких там бафов. Мне нравится, меня устраивает. Вот новая Валька меня радует. Старая Валька была говно. Да, хоть эта Валька потоньше в плане хп, у нее на 1000-5-6 меньше хп, но зато дамаги в раза 3 больше. И меня это больше радует. Плюс она бустится по скорости, когда теряет свое хп. Это меня тоже устраивает. Так, давай, заморозься, скотинка. И добиваем. Так, сейчас еще два. Я извиняюсь, сейчас занят ареной, поэтому на вопросы ваши отвечу попозже. Так, ну, в голду мы зашли. Нет, еще в голду не зашли. Я думаю, в голду зайду, а дальше я уже не буду пытаться. Буду на таком полусливе сидеть. Так, что здесь? Ну, стандартная моя пачка через Вальку. Поехали, бабах. Надеюсь, Эшир не будет очень быстрый, и он не бафнет Эшира. И Эшир не походит по моей Вальке. Это единственное, что сейчас может пойти не так, но не пойдет, потому что Меган у меня быстрее оказалась. Так, ну идеальным вариантом будет там трипл-килл, я не сделаю, но давай Эшира 2. 2 в Эшира. Ну и так нормально. Знаете, меня устраивает. Так, так, сейчас еще один откат. Так, Меган, снимаем бафы. Да-да-да, спасибо. Да, когда одену Гора воды, это вообще будет сказка для меня, потому что я еще в этой пати я сюда поставлю, скорее всего, Карла, либо Тессариона. Я уже там буду комбинировать, и у меня уже будет 2 ДД в одном пати, да. Так, что здесь у нас? Здесь у нас нет
не такой пачкой, будем, наверное, такой пачкой. Единственное, что здесь есть, конечно же, вот эта подруга. Но я буду рассчитывать на то, что мое ведро сейчас будет быстрее, чем его Хлоя. И я на 100% уверен, что оно будет быстрее, чем его Хлоя. Ну, понятное дело, Хлоя отсасывает. Так, 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 Хлоя, давай, давай. Постараюсь Вераду сделать... Оу, а вот это плохо, вот это плохо. Но давайте попытаемся убить... Ай-яй-яй, только не стань, никого не стань. 8000, слабенько, но давай. Крит, пожалуйста, сука. Крит. Отлично, меня это устраивает. Хороший расклад. Постараюсь своего Верада сделать еще быстрее. Я хочу ему сделать 200 скорости, это вообще будет чума. Чтобы он ходил, грубо говоря, сразу после моего ведра. Хотя вот у него сейчас в сумме 100 там с копейками, 100, ну, с копейками, 170 с мелочью. И меня это тоже, в принципе, устраивает. И еще десятку я ему догоню, и это будет для меня идеальный Верат на моем этапе. У него и 20 тысяч хп, и 2000 брони, так еще и 170 скорости, 88 точности или 82. Красота Верат получился. Теперь я его люблю, да. Теперь он у меня на арене, ну, на автобое нон-стоп всегда. Использую его в подобной пачке. Так, так. Добиваем этого друга. Надеюсь, у нее не Виолент, хотя, скорее всего, Виолент. Так, ну и еще, наверное, два боя, да? Спасибо. Спасибо за подписку, спасибо. Проходи, присаживайся. Итак, что здесь? Пачка здесь не скоростная, поэтому проблем она нам не составит. Валька, поехали. О. Так. Ну, единственное, да, это, конечно же, вот голубой друг наш проблем доставит, потому что его придется дважды убить. Я только не понял, почему у моей Вальки дамаги стало чуть больше. А может, это из-за вот этого буста? Ну, буста, в смысле бафа арены. Я думаю, так. Так, да-да-да-да-да. Итак, итак, он уже был под оргазмом, скажем так. Я вот думаю, хватит ли Алисии, если походит... Да ладно, будем играть с Ивова. Давай, в Алисию одну и в Алисию. Трипл килл. Красота. Обожаю Вальку. Валька в говнорунах, но... Она мне нравится. Да, мне нравится. О, я уже в голдюне. Отличненько. Может, даже в две голды войдем. Еще будет больше кристалла. Так, здесь. Поехали. То же самое. Так. Народ, всем, кто добавился, огромное спасибо, во-первых, что вечер посвящаете стриму. Сегодня мы еще и аккаунт разыграем. Так, будет отлично, если ты сейчас бабочку повесишь. Сука, ну блин, блин, блин. Блинский. А, ну ладно, Валька все равно коряво походила. И давай, крит. Ай-яй-яй, крита не было. Так, ладно. Если вам не тяжело, пожалуйста, скиньте ссылочку на моего стрима там, куда-то там на форумы, в гильдии, ваши диалоги, где вы общаетесь. Буду вам благодарен за это. Так, так, ну хватит, хватит уже. Все, все походили. Так, Меган под глансом. Меган, Меган. Баф нам не нужен. Ладно, на следующий раз. Так, ну, давай, Часунка, сдохни. Часунку. Часунку! Валька, паскуда тварь, мешает. Так, сейчас бафнемся от Меган. Так. Ну, давай ее, пробей ее до оргазма. Ну, почти. Писелюшки не хватило. Так, писелюшки, да, сейчас будет баланс, конечно же. Верат бы еще, если попрокал. Ой, Верат. Замер, если попрокал на Виолен, было бы вообще чудесно. Это вообще что-то какая-то бесполезная скотина. Так, давай. Меган, добивай. Ну ладно, не Меган. Что-то вообще у меня Виолен не прокает ни на Меган, ни на Замике. Катим все-таки скиллы. А, ладно, я думаю, хватит третьего скилла. Да, должно хватить.
хлеба приготовил, Саракис. Давай, приятного, приятного. Так, до двух голдюнь. Сколько там нам надо? Я уже и забыл, господи. Я так давно не был в голдюнях. Так, 3000 рейтинг. Ну, я думаю, до завтра в 3000 рейтинга я налегке зайду. Даже, может, и в 1000. Главное, чтобы не хватило, да, всяких вот этих перьев с арены. Потому что я поздно задумался о том, что надо желательно побольше кристаллов набить. Так, ну и сейчас... Я поставлю кого-то бить, а точнее давайте вызовем свитки. Да, народ, я на секундочку прикрою ширмой экран, да. Так, не то нажал. Прикрою ширмой экран. Открою свитки, человеку попросил. Так, где аккаунт? Секундочку. Аккаунт. Так. Вам это не нужно видеть. Так, вот я и зашел на аккаунт. Аккаунт Юлии. Если ты смотришь, пожалуйста, поменяй пароль сразу же после того, как я открою тебе свитки. Это моя просьба к тебе. Обезопасить, так скажем, свой же аккаунт. Итак, ну, поехали, народ. Аккаунт, я не знаю, показывать, не показывать. То есть человек еще только развивается, но уже скрафчен веромоз, все дела. Так что начало положено за пак монстров, я считаю, очень хороший. Есть ведро, есть Ундина. Красота на самом деле. Соха даже. Барета. Да, начало неплохое. Так, поехали. Будем открывать свитки. Открываем свитки. Я думаю, начинаем с мистиков. Канал, на который мы перейдем. Ну, я думаю, человек будет не против. На 444. Авось, да. Что-то прокнет. Поехали. Так, мистики. 11 мистиков у нас. Эпикион. Не знаю, нужен он тебе или нет. На данном этапе, думаю, вряд ли. Поехали, пингвин. Привет-привет всем. Итак, мумия. Я не помню, мумия воды, да, по-моему, сейчас нужна в Гекс. Ну, давай хоть звездочки там, что-то померехти какие-то там. Так, грифон. Так, лучник, маг. Как видно, для Гекса куда-то там понадобится. Я уж прошу прощения, но что-то сегодня у нас четверок не предвидится никак. Ну-ка. Какие-то действительно паки пустые. Что-то многие жалуются. Ну ладно, я не думаю, что поменяли как-то. Ну вот, в Гекс нужен, если он тебе вообще нужен. А так, на хард башне зайдет. Так, ну, последний свиток, давай. Давай, come to us. О, come to us меня услышал, ну! Чё там? Я не знаю, куда она нужна в Гекс. И вообще, я так понимаю, уже на Веромоса не нужна. Но если что, вот, ну, надеюсь, хоть что-то приятное для Гекса. Вот, если там банду собираешься крафтить в ближайшее время, уже хотя бы Акина есть. Ну, хотелось бы, конечно, и лучше. Но это всё-таки 11 свитков, не 500. Так, и я так понимаю, света тьмы. Поехали. Оп. Мумия тьмы. Давайте посмотрим, что же она может сделать. Там, ну, понятно, второй скилл атакует, ясно. Третий скилл при своем ходе атакует и наносит дополнительный урон врагу в зависимости от степени потерянного здоровья. После этого теряет 5%. Короче, пассивка ни о чем, честно. Можно оставить для коллекции, а авось его как-то улучшат, поменяют. Ну, короче, нет. Вот такие вот дела. Так, выхожу я с аккаунта. Да, выхожу я с аккаунта. Секундочку. Прикрою я. Так, зайду к себе. Так. Арену я добил. Сейчас пойдем на ГВшку, а после этого разыграем первый аккаунт. Да. Разыграем аккаунт.
Так, секундочку, я все позакрывал. Да, вроде бы все закрыл. Накачал еще музыки, так что на следующих стримах будет еще несколько треков. О, через 4 минуты не забыть обновить. Так, поехали. ГВшку отыгрываем предпоследнюю. О, она слили-то немножко, я так посмотрю. Слава богу, на самом деле, потому что если бы мы еще выше полезли, это было бы тяжело. Воюем мы против Steel Legion. Легион. Вот такие вот дела. Посмотрим. О, Coca-Cola. Я так понимаю, да, русская гильдия, так что, может, кто-то и себя увидит. Так, 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 4 человека. Ну, ладно, выбираем плюс 1. Цифра 1, народ. Первый. Алита. Ворон под цифрой 2. Метатрон, нифига себе, под цифрой 3. Метатрон под цифрой 3. И 4. Кока-кола, там Тоха или что-то такое написано. Я не вижу цифра 4. Да. Выбираем. 1, 2, 3, 4. Как ты думаешь, тебя до понедельника не сольют? Нет, мой деф не сольют на этом этапе до понедельника. Мой деф достаточно сильный, и в дефе я нагибаю, да. Для моего этапа. Так, Метатрона. 1, 2, 3, 4. Голосуем, народ. По вашему мнению, кто меня сегодня разнесет? Так, пока лидирует... 3, 4. 3, 4 пока лидирует. Так, я вообще посмотрю, сколько там у нас еще человек не походило. А, еще... Короче, еще, я думаю, выиграем. О, Лоу Пиу-Пу. Я и тебя знаю, дружище. Может, смотрит сейчас. Да, я его знаю. Пиу-Пу. Так. Вы добавлены в черный спам, комментарий, реклама, Вот завистливые ублюдки. Народ, если меня кто-то смотрит из руководства этой группы, вот такие вот вам факи, два в морду, да. Вы просто завистливые деграданты, скажу вам так. Ну, больше у меня нечего, да. Толян кексиков хочешь? Нет. Так, ну что ж, кого мы выбираем? 3-4. Я так посмотрю, либо третий, либо четвертый. Давайте я сам подберу сейчас, кого лучше. С одной стороны, здесь больше можно процент слить, да? Если вот так подумать. Давайте Метатрона все-таки. Да, давайте все-таки Метатрона будем бить. Первая пати, что там за лидерка? По-моему, на крит шанс. Да, крит шанс. Крит шанс. Да, Орочи я тоже сейчас покажу, как я одел. Вот так вот одел Орочи. Я считаю, как я и говорил, 100% точности. Ой, точности. Шанса крита 100 точности я ему не стал делать. Почему? Потому что, ну, 100 точности это, я не знаю, на хард башне что ли? Или против там как, арены какой-то. Я его делал, вы знаете, для чего? Для гиганта. Я его еще попытаюсь сегодня потестировать на этом... Как его? На Личе. Да, постараюсь на Личе. Так, так, так. Это не главная группа PSV. Главная группа официальная PSV. У нее 9000 подписчиков. Не путайте. Да, не путайте. Главное, это не всегда количество подписчиков. Да, вот так вот я его одел. То есть ХП я ему одел. Крит шанс, конечно же. Вот эту руну я снял со своего же ведра. Да, с ведра я снял руну и одел на Орочи. И вот эта руна тоже была... А, вот эта руна у меня, кстати, была на моем Тессарионе. Да, была на Тессарионе. Вот так вот я одел своего Орочика. Так... Сейчас подберем пати. Сюда возьмем, наверное, вот так, вот так. Вот так вот. Ну, надеюсь, белка нам не испортит все. 10к хп плюс для Веромоса. Если плюс 10 тысяч, да, нормально, 20 тысяч в сумме. Спектра заедет. Можно даже на ГВ юзать, можно на арене юзать. Но чаще всего ее юзают в хард башне и на драконе Б10. Так, первая пати нужно, конечно же, чем-то снимать. Всю вот эту вот шняшку. Всю эту шняшку будем снимать мы, где наш дружище. И кого мы будем еще сегодня юзать? Кого мы будем юзать? Может, возьмем Делфойку? Я не знаю, зачем мне здесь Делфой. Да, Делфой я тоже одел. Получилась она у меня очень слабенькая. Я просто в последние ее руны одел. По скорости я хотел бы ее сделать, конечно же, быстрее. Но пока то, что есть. Да, такая Делфой на первый ряд точно не зайдет. Ей нужно больше дефа. ХП можно даже меньше, а вот дефа нужно больше. Но по статам она мне... Вот здесь она мне нравится. И стойкости немало, и точности... Спасибо, Салама. А, ты покажи сердечко или попроси жену. Нет, жена ничего не покажет. Я...
Спасибо за донат. Сердечко не буду показывать, да. Да. Кстати, там вот эту Карину вроде как забанили на стриме. Насколько мне жена рассказала. Так, поменяем песенку. Тут слишком громко. Но спасибо за донат. Нет, не буду заниматься этими гейскими делами. Так. А давайте мы возьмем сюда Арию. Почему бы нет? Просто почему бы и нет? Да. Она здесь нафиг не впаялась, не вписалась, но... Но пускай будет, да? Пускай будет. Так, так. Кого мы еще возьмем? Да, вот сюда бы еще Чхиву хорошо бы сейчас зашел. Идеально, просто зашел бы Чхиву. Но он голенький. Да, покажу вам пирата, как я переодел. Вот так у меня одет теперь пират. То есть обычно скорость, здоровье. Да, скорость, здоровье, точность. Ну, то, что было. Вот эта руна мне очень понравилась на самом деле. Статы хорошие получились. Но если бы у него было бы больше крит дамаги, да, там крит шанса. Хотя даже вот при таких раскладах он будет критовать. Ну, а так вы видите скорости. У меня, по-моему, было в свифте плюс 80, а в виоленте плюс 75. Короче, я ничего не потерял. Да, вот так вот он у меня одет. Кого я еще переодел, чтобы вам сразу показать. Так, кого я еще переодел сегодня? Да вроде бы никого, кого еще там мучил. Так, Виссариона я вам показывал. Вусу я не трогал, Калин тоже. Некроманта персонажей тоже я не трогал. Ну да, вроде бы все. Этого петушка еще не одевал, на него попросту вообще нет рун. Да, так что посмотрим. Ну, поехали. Так, так, так. Ну, это я и ожидал увидеть. Ария сейчас, понятное дело, в холостую сходит. Так, ну, Валька, главное снять с нее... А, отлично, все, миссия выполнена, пацан проиграл. Ну, только не Варию, пожалуйста, только не Варию. Отлично. 3700, 4800. Ну, такая нормальная Валька. Я думаю, под щитом неплохо бы выдал бы сейчас. Так, ну что мы ему закинем? Отхил. Да, давайте на него отхил попробуем закинуть. Ай-яй-яй. Вторая попытка. Скотина. Ну, не добьем, все равно его не отхилят. Отлично. Секундочку. Лиза в Деспайр сете? Сейчас. Это надо переварить. У меня что-то аж мурашки. Новая мета, чё ли? Ладно, у UDC Берина в Деспайр сете, но это понятно. Там много хп, все дела. Да. Дезинферум. Хорошие люди, в общем. Так, дебафы мы накинули. Все хорошо, все приятно. Ну, давай за слипой. Отличненько. Давай тогда тебя. И еще раскол. И... Спи дальше. Блин, мне Ария понравилась уже. 4 крита. 60% шанса, 4 крита. Неплохо. О, на. Слип заменили на стан. Да, Ария мне уже нравится. Спасибо за подписку. Спасибо. Теперь будет больше разнообразия на ГВшке. И на арене, конечно же. Так, что здесь будем... Вы это видите, да? Белка, у которой 120 скорости. Короче, херня полнейшая, а не белка. Ну, может, у нее 1040 хп, но вряд ли. Знаете, я угадал. У нее, ну, не 40 тысяч хп, но много хп. Блин. И сейчас главное, чтобы Виолент не попрокал. Так, так, так. Нужно ли нам закидывать? Нет. Разгром мы не будем кидать, чтобы Веромост не хилился еще больше. Че вот сейчас было? Спасибо за подписку. Спасибо за подписку. Вы видели, у Веромоса было меньше 50% хп. Почему белка не подхилила? Почему? Чё-то меня сегодня удивляет. Чё-то меня сегодня все удивляет. Я не знаю, какой-то бред полнейший происходит. И, наверное, сейвовым вариантом будет убить Веромоса. Отлично, да, я правильно поступил. Ну, сейчас, надеюсь, нам не помешает белка. Белка, пожалуйста, только не... Отлично, хорошая белка. Хорошая белка, люблю тебя. Так, ну одной тычки белки, я думаю, хватит. Давай, одну в белку, два в ведро. Сука такая. Не люблю Вальку сегодня. Так, Валька подводит. Ну, давай критулю. Отлично. Давай,
прок валента. Давай критулю. Ну. Давай крит. Сдох, наконец-то. Стоит ли убирать Барретту и ставить Сигму? Нет. Смотря куда. Так, поехали. Плюс 2 будем выбирать. Хотя, наверное, народ, плюс 2 давайте не будем выбирать. Хотя я знаю и вампайра в чате. В куки я не вижу в чате. А будем бить сегодня лоу пю пю. Да. Привет, если смотришь. Будем мочить тебя сегодня. Посмотрим, насколько у тебя шустрый Орион. Не знаю, насколько у него шустрый Орион, честно, народ. Но посмотрим. Так, вторую пати оставляем. А вот первое надо что-то... Надо что-то придумать. Наверное, возьму сюда Верадика, Верандика. А в лидеры бы какую-то хорошую лидерку. Либо танка можно взять Раму, который 100%, я думаю, вытанкует эту перну. Но нам бы еще какой-то иммунитетик. Блин, как же тут поступить бы правильно? Так, если мы возьмем вот так, во что у меня одет? Ага, то есть он у меня сейчас жирный. Он у меня сейчас жирный. Но доты здесь не особо будут актуальны. Почему? Есть Веромоз, который снимет половину всей этой гапши. Ну, на, возьмем вот так вот. Ария здесь, конечно же, очень спорный вариант. Очень спорный. Но Ария может слип держать какую-то из этих паскуд. Слип, вы знаете, Веромоз не снимает слип. А это огромный плюс. Это часть даже для него контра. Ну, я думаю, закатит. Поехали. Такую пати, вы знаете, я тоже еще не юзал. Привет, привет. Стрим начался минут 40 назад. Да. Ой-ой-ой, ну понятно, что он будет быстрее. Ай-ай-ай. И правильно, и еще разок, не? Блин, не захотел. Постеснялся, видимо. Ну давай, 100 точности. Сотка точности. Красота. Только вот замедление не прошло сюда, это плохо. О, хотя бы стан прошел. Хотя бы стан. Так, давайте его заслипаем. Отличненько. Блин, блин, блинский. Не-не-не, пускай сливает раму, правильно? Пускай, давай. А, красавчик. И давайте, кого мы будем убивать? Кого мы будем убивать? Слипать мы будем, наверное, Ориона. Ай-яй-яй, не прошло, не прокатило. И Ориона и попытаемся добить. Но Орион, как и оказывалось... Как я себе предполагал, точнее, оказался жирной скотиной. Давай, слип. Отлично. Ну, хоть Ориона мы как-то более-менее контрим. Отлично, просто, блин, Ария будет у меня must-have теперь. Я ее обожаю, блин. Ей еще 3 левела апну. Будет по дамаге чуть жестче. Так, так, слип. Ай. Да, и кстати, у моей Арии первый скилл не апнул до конца. Так что ей не хватает процентов 25. Так что, знаете, Ария меня радует. И возможно я психану и сейчас и прокачаю скиллы. Но вряд ли. Так, добиваем это. Ай-яй-яй. Не надо так. Отлично, слип прошел. Ой-ой-ой. Да, надо вязать заморозку. Это плохо. Это, народ, очень плохо. Слип не прошел. Слип не прошел. И сейчас рама может скопытиться. Только не Виолент. Только не Виолент. Стан, стан, пожалуйста. Трипл стан. Что-то я заигрался, так скажем. И рама сейчас скопытится. Да, рама сейчас сдохнет. Стан, пожалуйста. Слип. Сука, добил раму. Виолент раз. Да, вы видите, немного все-таки не хватило дамаги добить Ориона. Не хватило, но все равно. Все равно воскресится, понятное дело. Да, наверное, не будем здесь терять Верада. Хотя сейчас посмотрим, как оно все у нас разойдется. Нет, не будем терять Верада. Ну, вот такие вот дела. Не хватило дамаги. Привет, привет всем. Привет. Так. Ну, второй бой. Давай, две тычки. Две тычки влево. Влево. И еще одну. Сука. Валька. Валька, скотина. Да, сейчас будет баланс. Сейчас будет баланс. И кого они пойдут? Наверное, по Вальке сходят. Наверное, по Вальке. Да? Ай-яй-яй. Ай-ай. Ай, хватит, хватит. Так, харе. Так, Валька, давай, ходи. Толь Свифт на Веромоса норм. Для начала, да, но надо потом будет все равно переодеть. Давай. И сюда. Да ну что за фигня, блин, Валька, что ты такое творишь?
Валька меня сегодня не радует. Вот вчера на ГВ она показывала такие чудеса, а сегодня скотина какая-то неправильная. Только не гланс, только не гланс. Хорошо. Так, добить бы. Давай Виолент. Еще Виолент. Хватит, да, Виолентов? Ну, сейчас, наверное, будет баланс. Да. И Валька-то еще и скопытиться может, если мне сейчас не попрет на Виоленты. Ой-ой-ой, сейчас будет, наверное, больно. Только не гланс. Не обновляй гланс, не надо. Ну, скотины две с глансами. Так, так, у меня здесь откат еще один ход, но, наверное, вот сейчас... Я не помню, откатился ли у нее скилл. Народ, я, наверное, сыграю... Хотя назвать это сейвово не будем. Ладно, давайте рискнем. Опа. Знал бы, наверное, юзал бы. Ну, нет! Фух, блин, четвертый бы прок, и был бы, наверное, крит. И была бы смерть. Ну... Да, сейчас еще и под глансом. Ну и еще одну. Это просто потняк какой-то. Ну, второй шанс. Если она сейчас бафы не снимет. Не снимай бафы, пожалуйста. Не ходи вторым скиллом по Вальке. Молодец. Итак, поехали. Что-то потнячок, да, не хватает дамаги. Не хватает мало дамаги. Да, сейчас, если Лиза походит вторым скиллом, это будет печально. Не знаю, чем она походила, наверное, первым. Ну, хотя бы это убили, все, победа. Ого, это ужас, что-то с чем-то. Потничковый бой. Так, поехали. Ну, сейчас кого-то плюс 3 еще жахнем. Скинь ссылку симулятора. Нет, ссылку сможете скинуть симулятора вызова свитков. То есть такая ссылка пройдет, мы ее не забаним. Постараемся не забанить. Да. Так, что у нас тут? Ну, давайте выбирать. Цифра 1. Дайте цифра 2. Русская гильдия, напоминаю, воюем. Ну, это я, наверное, не буду учет брать. Так, это цифра 3. И, наверное, это тоже сливной какой-то дев. Да, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Голосуем, кто кого хочет. Хеллбой, можешь кинуть и в общак чат, а тебя никто не заблочит. Ссылки, касающиеся игры, скидывать можно. Аракис полезен или нет? Франк тьмы. Я не помню, какой из франков, то ли свет, то ли тьма. Я знаю, что юзается на гидре. Вот честно, не помню. Я не помню их третьи скиллы. Не помню. В любом случае оставь, не скармливай. Так, 1, 1, 2, 3. Так, 1, 2, 1, 2. 1 или 2. Сейчас посмотрим. Наверное, будем бить первого, потому что он еще, действительно, правильно сказали, он еще такой более-менее фуловый. Так. Ну, давайте, наверное, да, все-таки бить 1. Единицу. 4 человека проголосовало за единицу. Правда, чем теперь бить, я фиг его знает. Кого мы там... Если белку возьмем. И Эшира. Так, Эшира, наверное, в лидеры. А Верада мы, наверное, уберем. Во вторую пати можно... А Раму мы потеряли, блин. Раму-то мы потеряли. Ну, вторая пачка мне не особо страшна. Единственное, что вот комбинация Эшир плюс Арнольд, если они походят, назовем так, в сумме, то третьим скиллом и тот, то могут кому-то навалять. А так, пачку долго бить, на самом деле, просто эту, моим составом. Посмотрим сейчас, кого мы возьмем. А, значит, сюда мы добавим... Может, возьмем Делфой? Почему бы и нет? Можно взять Делфой. Лидерка... А, лидерка у нее только для себя. Это сколько у нее там? 132 скорости выходит, да? То есть она походит у нас последней, я так предполагаю, 130... Нет, она походит, наверное, второй после белки. Ну, посмотрим. Надеюсь, Делфой хоть что-то сможет в этом бою. Я ее одел пока коряво, пока она у меня плохо одета.
С другой стороны, можно было бы взять ведро. Но ведро тоже может отсыпаться от одного проказа Тео Марса. Нет, ведро, наверное, пойдет во вторую пачку. Хотя, у нас же Хлоя будет свободна. Можно взять Хлойку. Нет, возьмем Делфой. Долгая демагогия, но возьмем Делфой. Сюда давайте возьмем... Как насчет пирата? Почему бы нет? Массовый раскол. Возьмем пирата, возьмем ведро. И можно взять... Нет, нам бы желательно подхил какой-то. О-о-о-о. Что если так? Вытянет ли ведро на пару? По кому будет ходить? Эшир, скорее всего, на рандоме может пойти, это понятное дело. Часунка. Ну, такой пати я не юзал, поэтому почему бы нет, нужно разнообразить. Поехали. Так, ну, что я ожидал. В принципе, уже хорошо, что она потратила свой хил. Ну, давай, все сними, красавчик. Если Фиолент еще прокнул, вообще было бы идеально. Так, откатим скиллы, да? Или дадим иммунитет? Нет. Давай, откатки. А, отличненько. Красота. Иммунитет даем или нет, народ? Я первый раз юзаю Делфой. Я первый раз юзаю Делфой. И сейчас, если бы она кританула, то она может замедлить, да? По-моему, там замедление у нее или что? Да-да-да, замедление. Но она вряд ли кританет, шанса мало. Или... Я вот не знаю. Нет, давайте просто атаку нанесем. Обычную. Так. Никаких глянцев не надо нам. Так, скилл мы откатили, ну и по идее, до свидания, Тео Марс. Мне Делфой уже нравится. Блин, че ее раньше не одел? Мне она уже нравится. Да, теперь я эту пачку, наверное, даже сохраню. Третьего скилла сейчас не хватит. Давайте ее немножко побьем, чтоб не ушел в откат. Ну, критуля, не? Не, критуля не будет. Так, ну ладно, давайте походим. Может, 4 крита пройдет. 4 крита... 3 крита. Ну, скотина. Ну, писелюшки не хватило. Ну, хрень собачья. Так, баланс она юзнула. То есть, остался у нее второй скилл. Нет, не походим мы вторым скиллом. На следующий раз походим. Скотина. Ну, по Хлое вообще нет смысла было бы ходить. Отличненько. Давайте пробустимся на скорость. Так, а вот теперь можно, я думаю, откатить скиллы. Давай раскол. Стойкость. Кстати, белки я сделал чуть больше точности. Теперь у нее там 45, по-моему. По-моему. Давай раскол. Отличненько. Давай пробустим по скорости. Может, Эшир успеет. Эшир, давай, не подведи, скотина. Красавчик. Красавчик. Да, Эширу я пытался что-то помудрить с рунами, но не получилось. Не получилось, к сожалению. Хотел ему сделать под 80 шанса крита, но так и осталось 59. Угу. Не знаю, не. Просто бьем. О, отличненько, кританула. Вообще четенько. Так, ну. Вообще, блин, мне Делфойка нравится. Когда я ее одену, еще по-человечески вообще будет красота. Так, господи, добивай. Стоит ли Шеннон заменить Арией? Да, если ты проходишь сотку башни, наверное. Если нет, то лучше на твоем этапе будет Шеннон. Так, первого, наверное, будем сливать Эшира. Я так планирую. Ну давай, не подведи, пират. Прок Виолента, давай. Вообще красота. Мне нравится. Давай, пират, критулю. Блин, чувак слушается меня. Давай, еще критулю. Вообще, ну просто чума-чума-че-че. Блин, меня пират просто с первых минут радует. Вот и до свидания, Эшир. Так, сливаем тебе, Такбар. Да, пиратик меня сегодня радует. Баф на атаку. Нет, давайте следующим ходом. Так. Раскол. Давайте продублируем, раз уже откатился. Так, только не третий скилл. Ах ты вымогашка, вымогалка. Так, ну давайте пробустимся. Так, ай, надо было гланс сюда кидать, ладно. Блин, мне мой пират уже по чуть-чуть начинает нравиться. Давай, критулю. Слушается просто, как, я не знаю, как девочка в первый день. Так, поехали. Добиваем. Давай, еще проквелина.
пока не хочет. О, отличненько. Как я вообще раньше с пиратом справлялся в Swift-сете, не знаю. Фиг его знает. Да, Виоленте он вообще, конечно, красавчик. Даже в данжах начал быстрее проходить. Давай критулю. Слей ему атакбар. Ну, я не... Мне он нравится вообще. Мальчик на миллион. Так, давай, 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 еще критулю. Еще критулю дал. У него будто 100% шанса крита. Одни криты сегодня. Давай, слей атакбар. Видите, что происходит? Арх походить не может толком. Давай, сливай атакбар. Блин, мне этот бой запомнится. Макасян, я Шена на 87-м харде юзал. Я, кстати, тоже. Так, ну, благо победили. Осталось 4%. Надеюсь, добьют. Да, ну еще много кто не ходил. Думаю, добьют. Так, что мы еще тут не купили на этой неделе? Свиточки, свиточки. Нет, мы все купили. А куда я буду тратить теперь? Может, опять собирать ифритика? Не, не хочу. Очередного огненного ифрита нахер не хочу. Идет он в жопу. Так, сейчас разыграем аккаунт. Готовьтесь. Так, что у нас тут интересно? Кстати, вчера нефиг было делать. На 500 где-то кристаллов я обновил магазин. Знаете, сколько я рун получил? Правильно, ни хера я не получил. Купил свитков штук 5 или 10. Спасибо за подписку, кумир. Кумир, спасибо. 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 Так, поставлю что-то фармить. Поставлю. О, господи, это SD-шка. Меня так раздражают эти кормовые SD-шки. Хотя, блин, когда я крафтил, у меня как раз, помню, кошки тогда и не хватало. Долго я ее ждал. Спасибо за подписку, босс. Спасибо. Так, давайте поставим, наверное, B10 или лучше B9. Давайте B9 поставим. Так, нужно поменять правда пати. С кем я там юзаю теперь? Так. И кого мы поставим? Ну, теперь можно, да, пирата 100% ставить. Спасибо за подписку. Пустит. Спасибо за подписку и за прикольный ник. Спасибо, спасибо. Привет, привет всем. Привет, с кем не успел поздороваться, привет. Да, так, разыграем аккаунт. Секундочку, я подготовлю. Аккаунт, какой у нас сегодня вообще будет. Так, по-моему, вот этот. Секундочку, я открою. Да, вот этот аккаунт мы сегодня будем разыгрывать. Это будет первый аккаунт, конечно же. Первый аккаунт на сегодня. Кстати, в воскресенье, дождитесь воскресенья, это буквально завтра. Завтра будет розыгрыш хорошего аккаунта. Все, кто знают Зордаса, с ним я тоже недавно вот общался, вчера или позавчера, и решили объявить конкурс. То есть он разыграет свой первый аккаунт, на котором он играл. Там, скажу так, наперед спойлер, это хорошая первородка и уже хорошие прокачанные более-менее монстры. Так что, думаю, короче, в двух словах, он лучше в раз 10, чем вот этот аккаунт. Так что, но будет конкурс, то есть не просто написать слово «раффл». Какой конкурс, вы узнаете в группе. В какой группе? Группа рекламируется постоянно ботом, группа есть в описании, группа есть у меня ВКонтакте, да, то есть это наша, даже можно громко сказать, официальная группа. Вот такие вот дела. Да, то есть там будет объявлен этот конкурс. Я открою весь этот конкурс и вообще все вы узнаете, что там нужно сделать где-то к обеду. Где-то к обеду я это сделаю, либо под вечер, когда выйдет само видео. Видео выйдет завтра, то есть интервьюшка с Зордасом, вот, с Александром. Так что, вот такие дела. Так, сейчас я покажу. И вот так вот он выглядит на острове Ха-Ха Бомбер. Такой вот ник. Итак, поехали. Поехали, открываем браузер. Так, готовьтесь писать слово «рафик». Так, 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 так. Опа, не то нажал. Итак, поехали. Ресет. И с этой секунды можно писать слово «раффл» и участвовать в розыгрыше, если вам этот аккаунт не нужен. Шучу, если вам аккаунт нужен. Если не нужен, можете просто, да, не участвовать в розыгрыше. Всем привет, привет. Так, что у нас там? Ну, с пиратом в Виоленте теперь попроще, конечно же. Жирафик, рафик. Так, о, класс, свитки. Тоже очень нужны свитки мне. Обожаю вас эти свитки. Да, вот такая вот хрень. Что за песенка? И не помню.
Ау, теперь вспомнил, что за песенка. Голосуем, пишем «Раффл». Кто сейчас подключился, идет розыгрыш аккаунта. Так что пишите слово «Раффл». Да, вся вот эта вот ахинея, которая происходит в чате, посвящена розыгрышу аккаунта. Так что, если вам нужен аккаунт, сейчас еще раз вам покажу. Вот, вот этот вот аккаунт, то участвуйте, и вы сможете его выиграть. Вот такие дела. Второй аккаунт разыграем ближе ко второму ГВ. Да, чтобы не было лишних вопросов. Да-да-да. И, кстати, недавно разгорелся, ну, не назвать спором. Человек тоже, в принципе, нормальную, правильную тему выдал. Но все-таки поднялся такой вопрос. Что же лучше одевать на белку? Беладеона и Нугами Света. По-другому не знаю, как его еще назвать. Что же одевать на него? Вот, что же на него одевать лучше? Защиту, либо ХП. То есть, с человеком я общался, ну и надеюсь, я ему, так скажем, доказал, что профитнее на белке будет выглядеть ХП. Попросту почему? Он, ну не сказать доказывал, да, на белке написано, что она там типа защитный персонаж, и на самом деле у нее дефолтный стат защиты, он не маленький, там около 700, да, около того. Как для трехзвездочного изначально персонажа, это немало. Я не говорю, что белке вообще не нужен деф. То есть, если вы поставите даже одну руну в деф, на гидре это вам скажется и будет большим плюсом. Но, опять же, если судить про PvP, в большинстве случаев белку нужно одеть в ХП. Попросту почему? Всяким там Люшенам, Катаринам, Арнольдом будет насрать, что у вашей белки плюс 55 тысяч брони. Они вас просто с одного прокаса, с одной карты, либо с одного выстрела меча снесут. А Арнольд вообще не почувствует белку, у которой меньше 15 тысяч хп. Белку, у которой меньше 15 тысяч хп, она должна быть левела 25-го, наверное, 4-звездочной. Потому что других оправданий не может быть. Почему еще? Второй случай. Почему белку лучше одеть все же в ХП? Во-первых, потому что она хилит за счет ХП. Да, я говорю сугубо про белку, а не про все ее пати. Белка хилит сама себя за счет своего же ХП. Если у нее будет 15 тысяч ХП, она себя отхилит. Спасибо за подписку, спасибо. Она себя отхилит на 1005, ну плюс-минус копейки. 1005, если у нее будет 1030 хп, она себя отхилит на 10 тысяч хп. Согласитесь, разница колоссальная. И белка, у которой 15 тысяч хп, это полнейшее говно. Говнище полнейшее, но я не знаю, как еще ее обозвать. Поэтому хп для белки будет профитное. Но если вы хотите белку юзать еще и в первой линии на гидре B4, B5, желательно, чтобы у вашей белки было в сумме около 1200-1400 брони. Это хороший персонаж для первой линии. Так. О, класс вообще, ну. Вот почему здесь не атака? Почему здесь не атака? А вот здесь вот желательно крит дамага, да. Здоровье и крит дамага. Я бы вот прямо сейчас начал бы уже наряжать Карла. Вы понимаете, да, что я вообще хочу сказать? Короче, бабуйня полная. Вот такие вот дела. Так, поехали. Объявляем победителя. Я думаю, все проголосовали, написали слово. Итак, выиграл у нас Локи. Ты почему не фолловин? Нажми, пожалуйста, сердечко. Да, выиграл Локи. Объявляю тебя. Опа, нет, эту песенку не будем юзать, потому что я их еще не проверил на права, на авторские права. Да, пока ее не будем юзать. Эти песенки. Так, давайте что-то прокрутим. Нет, не это. О, я думаю, закатит. Так, я объявил его, нет? Вот, Локи, поздравляю тебя. Напиши, нужен ли тебе этот аккаунт, пожалуйста. О, Локи уже подписался. Спасибо за подписку. Сразу исправил, да? Сразу понял свои ошибки. Разыгрывай еще раз. Хорошо, народ. Видите, человеку аккаунт не нужен. Ресет и поехали заново. Рафик. Пишем слово Рафик. Рафик. Пишем слово Рафик и пытаемся выиграть заново аккаунт. Так что, кому нужен, у вас появился второй шанс. Почти Рафик. Да, задаем пока вопросы, постараюсь вам ответить, пока фармлю все равно. Вот, вот такие вот дела. Сегодня будет день... Что мы в прошлый раз смотрели? Европу, да? Я и забыл. Так, одну секундочку, народ, я человеку отвечу. Так. Так. Так.
Секундочку. Так. Так, что-то я не то клацаю. Секундочку, народ, подождите. Да, пишем слово «рафл», кому нужно. Так. Так, все, прошу прощения, ответил, можно жить спокойно. Так, сегодня у нас, значит, будет что у нас? Глобал, да? И да, зайдем немножко на Азию. Азию тоже посетим сегодня. Так, все, я думаю, все написали, поехали. Последние секунды у вас есть, чтобы написать рафлы. Кто не написал, пишите слово «рафл» и будете иметь возможность выиграть аккаунт, если он вам нужен. Да. Итак, ну что там? Поехали. В общем, драф. Выиграл у нас NVVNV. В общем, ты выиграл, да. Напиши, пожалуйста, тот, кто выиграл. NN. Вот, NN, пожалуйста, напиши, нужен ли тебе аккаунт. Да, чудненький ник у тебя. Не знаю, может, он что-то значит. НН, напиши, пожалуйста, нужен ли тебе аккаунт. Да, нужен. Все, аккаунт разыграли. НН, что тебе нужно написать? Мне... Тебе нужно мне в личку написать то, что я тебе сейчас отправлю в твою личку Твича. Да, тебе в личку ВКонтакте. Мне нужно будет скинуть скриншот, ну и ответить там на вопрос. Так, я тебе отправляю сообщение. Так, отправил сообщение. Так, сервер этого аккаунта был Европа. Следующий аккаунт будет Global, который я разыграю перед вторым ГВ. Так, да, сообщение я тебе отправил. Закрываем. Катьке четвертым слотом крит дамаг ставить или атак? Крит дамага, если у тебя много шансов крита и вообще в сумме выходит много атаки. Крит дамага как бы профитней. Так. Я вроде бы закрыл. Секундочку. Да, закрыл. Лагать должно меньше, надеюсь. А то что-то все равно подлагивает. Не, нормально, по сравнению со вчера. Вчера вообще какие-то лаги были безбожные. Толян, у меня есть Люшен, пират ветра, стоит Юлиана качать. Пирата ветра вообще не качай, мое стопроцентное мнение по этому поводу, что... Я не говорю, что он корм, но персонаж очень рандомный, и он мне не нравится. В этом плане для меня более позитивно выглядит даже Юлиан. Но лучше Люшена. Люшена качай, всех остальных забей на них болт. Серьезно. Они не стоят Люшена и 10% Люшена. Араки, сможешь написать в чате? Сейчас, если чата не выбило, то, наверное, могу.
Так, попытаюсь зайти на 444. Давай я зайду на 9889, народ, кто на глобале. И кому там нужно посмотреть мои руны, я не знаю, или еще что-то там поковыряться, то я сейчас напишу там что-то. Кого одеть, Катьку или Люшена? Я считаю Люшена. Люшена одеть профитнее. Почему? Попросту из-за того, что Люшен в сумме выдаст, наверное, больше дамаги, чем Катька. Люшен не настолько рандомен. С Люшеном проще, скажу так. И с Люшеном даже, вот я не знаю, каких-то там сливных дефов фармить быстрее, чем с Катькой. Короче, в сумме Люшен будет для тебя лучше. Хотя я обожаю Катьку, но Люшен в твоем случае, наверное, будет лучше. Потом можешь, конечно же, одеть Катьку. Тем более, если у тебя какие-то там проблемы с пати для Катарины. Сегодня свитки. Будем скрывать твои свитки. Давай откроем свитки. Как тебе Юлиан в общем? Такой начальный персонаж. ДД неплохой, даже отчасти контроллер. А в лейте он уже никем не юзается. Потому что в лейте он корм. Сегодня выпал Джокер воды. Стоит ли его качать? Нет. Нет, не стоит его качать. Он даже для Гекса, по-моему, не нужен. Короче, корм для ветра, либо огня. Ну, может, у тебя тьма, конечно же, есть. Аракис, покажи Делфой. Делфой у меня 136 скорости, там или 132 скорости, Виолент плюс фокус. Да. Так, хорошо, сейчас еще раз напишу. Сейчас, секундочку, вот. Написал. Так, песенка печальненькая, это следующая. О, это лучше. Привет всем. Привет, если вам не тяжело, напишите там на канале 444, 888, 1408 о том, что у меня идет стрим. Буду вам очень благодарен, особенно тем, кто играет на Европе и на Азии. Может, еще на каких-то других серверах. Может. Аракиса, ведь никто не знает, что за аккаунт Зордас будет разыгрывать. Никто не знает, кроме него и меня. Да. Завтра все узнаете под вечер, либо к понедельнику. Завтра просто выйдет видео, которое я с ним снял. Да, то есть репортаж, интервью. Как-то так. Вот, да, то есть мы там с ним поговорили, он ответил на мои вопросы. Все мне рассказал, да, пытал его. Ну и там он, мы объявили конкурс. Плюс дубляж этого же конкурса будет в группе. В группе будет более правильно описан конкурс, скажем так. Там мы сокращенно рассказали, что будет конкурс. Конкурс будет не плюс 132 скорости, а вообще в сумме 132. Да, медленная, конечно, у меня получилась Делфой, но в дальнейшем, конечно же, я ее переодену. Она изначально медленный персонаж, 96 скорости, это мало. Да. Длительность конкурса будет с вот этого воскресенья, то есть с 8 мая по 22 мая. 22 мая объявим победитель. Если вы не ленивый человек и вам вообще нужен этот аккаунт, я думаю, вы участвовать будете. Вот так. Делать особого там, не знаю, что-то нереального вроде бы как не нужно. Но и не написать слово «раффл». Так, по поводу Юлиана я уже отвечал. Так, стоит ли переводить Лису Тьмы на 6 звезд, при том, что всего... Нет, я думаю, не стоит. Если из ДД взять, то есть получше ДД, чем Лиса Тьмы. И про всех лис я делал гайд буквально недавно, так что можешь посмотреть на ютубе. Привет, Азумарим. Привет. Привет всем, да, с кем не успел поздороваться. Огромное спасибо всем, кто подписывается, платной подпиской. Как говорил на прошлом стриме, то есть некоторые думают, что я там 1-2 стрима и закончу. Так что если вы думаете не подписываться сугубо из-за такой проблемы и вообще такой мысли, что «О, Аракис там 1-2 стрима и потом может не стримить, а я на месяц проплатил подписку», нет, такого не будет, народ, стримы будут часто, как минимум 2 раза в неделю стримы будут, поэтому... Если вы еще сомневаетесь, можете подписываться. Да. Буду вам за это очень благодарен. Тем более, вот идет вот эта вот строка 7 из 25 и откроются еще смайлики, да. Для подписавшихся есть еще отдельные смайлики, куча привилегий, они не видят рекламу и тому подобное. Да. Плюс эти же смайлики вы сможете юзать у любого человека, у которого вы будете сидеть. То есть те смайлики, которые предлагаю я, вы сможете юзать даже у тех людей, на которых вы не подписаны. Это тоже прикольно. Я вот на UDC без стриме сидел и флудил своими смайликами, да. И многие писали: «О, откуда он взял такой смайлик?» Прикольно.
Да. А ты сколько свитков открываешь? От, ну, это просто человек попросил, а вообще вот 30-35 свитков. И я могу открыть либо отдельным видео от 40. Если вы хотите, чтобы я на стриме открыл ваши свитки, ну, хотя бы 30-ку свитков, и я вам открою на любом ближайшем стриме. Но предупредить, конечно же, заранее, а не на самом стриме. На самом стриме я не буду заходить на ваш аккаунт. Чтоб вас же и не взломали потом, да. Араки, стоит ли вливать кристаллы для пополнения энергии? Опачки, секундочку, я не прочитал твой вопрос. Для пополнения энергии, для прокачки роака на 6 звезд или лучше паки покупать low level? В общем, скажу так, если ты достиг 40-го левела, тут даже не дело в левеле, а такой костяк монстров, если ты добыл, типа там хотя бы какого-то там хву какую-то там, ведро, либо хву, либо хлою. То есть есть какие-то такие персонажи, нужные в игре, нужные каждому, скажем так, в игре, то тогда я считаю, что можно забить на паки. В любом случае, если ты будешь тратить кристаллы на то, что ты прокачиваешь монстров, и на то, что ты фармишь кайрос, ты с этого больше получишь. Если у тебя будут говняные монстры, но при этом офигенные руны, уверяю тебя, это лучше, чем иметь топовые первородки, которые голые, либо просто в шлаковых рунах. Так что задумайтесь, те, кто еще решается, на что же тратить. Спасибо, Салама. Спасибо. Я знаю, какая аккаунт будет розыгрен, там две первородки, ифрит ветра, полярка воды. Ну, ифрита ветра я не буду считать за первородку, скажем так, его же достать. Возможно, ты угадал, возможно, но не все, там еще есть приятные штуки. Возможно. Так, так, так. Купим еще энергии. А давайте пойдем на некроманта и поюзаем там Орочи. Сейчас хочу взять сюда Орочи и протестировать его. Орочи давайте возьмем вместо... Я даже не знаю. Давайте возьмем вместо вот этой вот подруги. Если он не скопытится, конечно. Я не знаю насчет... У него нет контратаки у Орочи, поэтому он, наверное, будет плохо смотреться в этом плане. Лидерка. 40% либо 30% скорости. Нет, я выбираю 40%, скорость все равно не работает. Ракис, как такая хва в башню? Одета в свифт плюс точность, скорость, атака, точность. Наверное, плохая хва. Я считаю, хва для башни должна быть 100% одета в Виолент, мое мнение. Где Шарлотту использовать? Везде, особенно если ты ее оденешь в Деспайр. Да, розыгрыш был. Кого переводить на 6 звезд? Леди из Ада Огня или Люшена? Люшена. Люшен более профитный персонаж, но после этого ты можешь перевести еще и Хелл Леди Огня. Вот я бы сейчас Хелл Леди Ветра и Воды поменял бы на одну Огня. Она из этих стихий, она топовая. Можно ли вместо Меган заменить на Шанонку? А, Шенонку, я так понял, да. Меган заменить на Шенон для B10 гига. Да, если у тебя уже более-менее хорошая пачка. Но Шенон все равно лучше. Шенон лучше. Толя, глянешь Люшена моего? Наверное, если попаду на твой аккаунт. Тут половина и так налегла. Ну, кто-то сидит, да, кто-то с телефона, кто-то нет, да. Я фармлю гига B10 Шенон. Я тоже долгое время фармил с Шенон, да, и очень долгое, скажем так, время даже. Аракис, ты замерчика на гидру юзаешь, а то дефа мало сделал. Нет, я его на гидре не юзаю, я считаю, он там не нужен для моей пачки. Для моей пачки он никак там не заходит. Как такая хва на башню? Отвечал. Так. Заедет ли на гидру 5 Шарлотта? Нет. Мне кажется, на гидру заезжает только водяная представительница этого семейства. Только водяная, да. Потому что она снимает дебафы, она подхиливает. Еще и раскол кидает на 3 хода. Это тоже приятно. Аракис, что Понтасу одеть? Руны. Я не помню его скиллы. Лучше задай мне этот вопрос в личке контакта. Да, я там посмотрю. Не помню его скиллы. Так, так, Аракис, где можно юзать Бастет? Королева пустыни воды. Бастет очень хорошо заходит на арене, на ГВ и чудесно себя, вот без всякого там троллинга, чудесно себя показывает в данж, в башне, точнее в башне, где вы не можете особенно справиться с каким-то боссом. Она агрит босса на 2 хода, конечно же, если прокнула, если вам повезло. А это, согласитесь, очень приятно, на 2 хода заагрить босса. Плюс у нее очень полезные дебафы. И Бастет я советую одеть либо в Деспайр, либо в Виолент. Смотрите сами, какой у вас сет лучше. Но все-таки большинство выбирает Деспайр. Большинство выбирает Деспайр. Я бы тоже от нее не отказался, но больше всего, вот я бы хотел на своем этапе получить огненную. Вот
огненная для меня была бы вообще чума. А водяная мне сейчас и не помешала бы. Я не говорю, что она плохая. Они все мне нравятся более-менее. Но вот огненная для меня вообще красота была бы. Когда добавить стихию земли? Когда ты скачаешь новую игру. Да, в этой игре этого не будет. Так. Кого ты на гидру юзаешь? Пока никого не юзаю, я туда вообще не хожу ближайших там месяца три, наверное, ближайшие. Вот как ее открыли, тогда я еще ходил на стримах, сейчас я не хожу, она мне не нужна. Пока я не буду фармить B4 уверенно, а точнее не добуду руны, в которые я одену своего Дариона, Канамию и нормально приодену Делфо, вот тогда я буду ходить на B4, может даже B5. Белку быстрее переводить на 6 звезд или после Люшена? Думаю, лучше Люшена, да. Люшен даже в данжах поначалу неплохо тебе закатит, да и в башне он тебе закатит. Короче, Люшен такой хороший ДД, которого можно юзать, особенно поначалу, почти везде. А четвертый слот на хве ХП норм, да, если у нее мало ХП. Четвертый слот что только не одевают. Атака, крит дамага, крит шанс, ХП. Ну, деф, наверное, самый такой фиговый будет стат на нее. Аракис, теперь у тебя каждый день стрим? Да, каждый день по 10 стримов. Так. Толя, какой сервак посмотришь сегодня? Сегодня будет Global и немножко будет Азии. Да, Кропалик будет Азии. Но вы видите, вроде как Орочи зашел. Не могу сказать... Вторая руна за сегодня, которая просто до слез умиляет. Да. Не знаю, потестирую давайте еще пару раз Орочи. По времени, ну, вроде как медленнее, чем с моей вот этой вот... красавица его огненная, скажу так. Но посмотрим. Во-первых, у меня Орочи еще не полностью одет. Он у меня не одет в контратаку. Но пока то, что есть. А действуют частицы покупные на ифрит, на частицы ифрита. Народ, смотрите. Простая логика, да, то есть вы сами себе сейчас можете даже ответить на вопрос. Вы покупаете за 200 или за сколько там очков в гильдии, вы покупаете свиток, который может вам заменить от 1 до 10 частиц, правильно? Частиц готового монстра, которого вы уже должны получить. А как вы хотите, даже если вы вчитаетесь в само описание этого свитка, вы поймете, что вопрос задавать не нужно. Как вы можете заменить частицы каких-то частиц, если написано частицы на вызов уже готового монстра? То есть на что это работает? Это работает на монстра, которого вы выбили в Хохе, или вам не хватает, точнее, которого вы выбили в СДшке, вот тогда это работает. А частицы на другие частицы не работают. То есть если попросту перевести, частицы замены не работают на свитки света тьмы, свитки ифрита, кого там еще, ну и вроде бы все. Это не работает, вот. А, ну и легендарного свитка нельзя заменить, да. Вы думаете, что разработчики такие идиоты, да? Так что вопрос неуместный, то есть просто прочтите, читайтесь, да, в описании этого свитка. Почему у тебя нету на канале объявления о стриме? Литис Плей, пожалуйста, если ты не очень ленивый человек по жизни, обнови мой твич, мой стрим-канал и убедись в том, что, во-первых, у меня есть объявление о том, что стрим начнется. Да, блять, везде, ну как это еще выразить? Вам смс-ки уже даже приходят о том, что у меня стрим начинается. Во-первых, я не поленился, после вчерашнего стрима снял превью, которое, опять же, есть у меня на канале YouTube. То есть это кем надо быть, чтобы не посмотреть? То есть зачем такой дебильный вопрос, если честно? Если тебе лень посмотреть или ты не посмотрел, то зачем задавать вопрос в эфире? Не пора ли через Мобизен на Гидру? На Гидру B3 я ходить не буду, она убогая тварь. Когда съемка обзора игры, ну я просил Dungeon Link. Никогда, ее я обозревать не буду. Там не... Короче, да, ифрита нельзя заменить и все остальное. Меня особенно, знаете, спасибо за подписку, особенно люди бесят, скажем, такие, которым лень зайти на мою страницу контакта, когда ты ему присылаешь в ответ. Он тебе задает вопрос: Аракис, а когда стрим? А ты ему присылаешь скриншот,
где написано вот такими вот буквами «Стрим сегодня в 20.00» внизу на стене «Стрим сегодня в 20.00», ему пришло пуш-уведомление о том, что у меня вышло превью на этом, на YouTube-канале. И он все равно задает вопрос: «Аракис, а когда стрим?» Ну как такого человека можно назвать? Ну серьезно. И у меня бы ничего не пригорало бы, если бы таких людей не было бы, наверное, по 50 человек в день. Серьезно, вам тяжело просто зайти на страницу, если вам это интересно, вы можете всегда зайти на страницу Анатолия Музыки и посмотреть, когда же будет стрим, да. И вы знаете, я всегда в 12 часов ночи, ну или приблизительно плюс-минус там час уже, зависит по времени, выкладываю информацию, когда же будет стрим. А мне говорили, что на стриме YouTube мат разрешен, ну пытайтесь туда и стримить. Я не собираюсь, я считаю, убогие люди стримят через стрим. Мое сугубо мнение. Стримят через стрим, я неправильно сказал, стримят через YouTube. Вот так. Я тебе скрины могу скинуть, сейчас на канале нету. Хорошо, народ, давайте прям вот сейчас Litis Play, ты почувствуешь, какой ты... хороший человек. Смотрите, я не поленюсь. Игра сейчас конкретно залагает. Я открываю при вас браузер. Смотрите, народ, моя страница открыта сейчас для всех. Кстати, какой-то человек добавился. Сейчас мы тебя добавим, чтобы ты не ждал. Да, вот, смотрите, народ. Да, информация. Хорошо, здесь времени не пишется. Опускаем чуть ниже. Онлайн-стрим 20.00. Когда добавлена информация? Сегодня в 0 часов 37 минут. Смотрим дальше. Мой YouTube-канал. Смотрим. Сейчас прогрузится. Да, сейчас Litis Play, ты почувствуешь, какой ты, ну извиняюсь, ты пытаешься доказать то, что ты не знаешь. Посмотрите, народ, снял я это 7 марта, ну сегодня же какое, 7 марта, правильно? Смотрите, 7 марта, когда я выложил видео, 0 часов 27 минут. Что можно сказать о таких людях? Вот серьезно, таких людей очень, очень много. Конечно же, меня раздражает человеческая глупость. По-другому я не знаю, как это выразить. Я бы спокойнее бы относился, если были бы адекватные вопросы или действительно я не выложил превью. А так, ты снимаешь видео, информация есть везде, ну хоть в газетах почитай, блин, серьезно. А тебе люди пишут: ой, сколько людей обосрал с Ютубом. Но это мое сугубо мнение, потому что Twitch топовый в этом плане и другие. А ютуберы, которые снимают через это дело, сидят и вот так боятся сказать слово «блядь» или еще что-то. Все мы люди, вы знаете, я стараюсь поменьше материться. Но где-то что-то просказывает, я могу где-то вот, особенно когда я там на ГВшке воюю, где-то там слово «блядь» сказать, еще что-то, руна там говно и тому подобное. Я не хочу за это получить бан, либо какой-то выговор от Ютуба. А вот если я это перезаливаю туда, то они уже не имеют права мне сделать какие-то выговоры, да, потому что онлайн это было не у них, не на их сервисе, скажем так. 7 марта именно. А сегодня 7 марта. Сегодня 7 марта. Ой, мая, блин. Я, ну извините, оговорился, понятно. Аракис, я понял, почему ты тратишь крин на энергию, а не на вызовы. Объясни. Не, ну просто, может, другие тебя почитают. Я-то знаю, почему я трачу, я это миллионы раз говорил. Азумарим. Расскажи свое мнение. Аракис, тебе нужно пройти обучение на стрессовую устойчивость. Стрессовую устойчивость у меня, я считаю, спасибо за подписку, идеальная. Потому что, ну простите меня, идиотов в день хватает, которые задают очевидные вопросы. И я бы очень сильно бы матерился бы в стримах и посылал бы таких нахрен. И скорее всего бы даже просто блокировал бы сразу. Потому что людей очень много таких, на самом деле. Я их называю просто ленивыми. Просто ленивыми. Да, ну... такой вот человек он по жизни, ленивый. Знатно проиграет якости хинбокса, навіть Ютуба. Twitch проигрывает в качестве. Хорошо, но если сугубо даже вот говорить о финансовой какой-то части, мне не будут переводить деньги, и если кто-то хочет меня поблагодарить в этом смысле, они мне на Ютубе не будут переводить деньги. Там у них нет никаких вот этих вот, скажем, как бы это назвать, как эта вся вот эта штука называется, Twitch Alert. Многие знают, что это за схема и вообще как оно работает. Вот, то есть это приложение для всяких оповещений. На Ютубе, короче...
двумя словами. Я никогда не стримил и стримить не собираюсь. Спасибо за подписку. HX74. Вот, то есть на Ютубе я никогда не стримил и стримить не буду. Даже если, не знаю, на Твиче будут какие-то проблемы, я лучше сделаю это через... Какие там есть еще сервисы? Good Game, по-моему. Ну, в общем, какие-то другие подобные Твичу сервисы. Но на Ютубе, господи, это... Я лучше стрим не проведу, чем буду Ютубом пользоваться. Аракис, у тебя в сундуке нету энки, зачем кристаллы тратить? Нету. Так, так, так. Выпал пионер ветра. Какие ему руны и где заедет? По-моему, на него есть гайд, ну а вообще на не... куда он заедет? ГВ, арена, руны можно поставить фатал, либо рейдж. Да. Стоит ли брать Вальку из Гекса без Хлои? Если у тебя есть какой-то другой персонаж, который закинет на него, на Вальку, непобедимость, это есть Петух Ветра, Петух Ветра, Петух Квесен... Короче, Квесенбург, по-моему, там его зовут. Он тоже неплохо заменит тебе Катьку. Ой, заменит Хлою. Либо кто там еще, Нил может заменить, ну, подобные персонажи. Тогда да, можно юзать, если у тебя нет бафа. Короче, почитай описание третьего скилла у Валькирии Ветра. Если у тебя есть условия для Валькирии, тогда делай. Если нет, тогда не стоит. Так. Я начал качать монстров при... У меня заканчивалась энергия. Меня это бесило. Я ждал, ждал, ждал и доперло кристаллы энергии. А, ты про это? Ну, да. Да, там, к сожалению, есть 4 буста на опыт, а это на 2 суток, и я их, честно, я не хочу тратить, я задолбался. Я за месяц уже их потратил. Серьезно, этот монотонный кач на вулкане, это настолько задалбывает, блин. Не хочу я их тратить. С другой же стороны, я понимаю, что когда-то мне понадобится все равно перевести там какую-то... Я не знаю, кто... У меня еще много монстров, которых желательно перевести на 6 звезд. Это логично, понятно. Короче, если в сумме взять, то на Некрополисе видите. Орочи, в принципе, заехал. Но, знаете, быстрее фармить все-таки с вот этой моей феей огня. Лично для меня. Я не говорю, что она лучше для вас будет. Но, вы видите, Орочи заменил. И знаете, если Орочи еще поставить контратаку, вообще будет чудненько. Да? Мне нравится. На хвахе Виолент атак-атак. Да, можно, можно даже все поставить в атаку. Но если у вас есть очень хорошие руны, то можно критикал дамагу поставить. 4-й слот. Ты панду гексить будешь и Гора. Гора я уже сгексил, панду я не собираюсь в ближайших пару месяцев. Разве что у меня появится корм, вот когда я буду открывать свитки. Короче, в двух словах, я жду за камни. Я жду за камни праху. Ближайшая праха, которая будет за камни, значит все. Это, так скажем, объявление того, что я буду открывать камни и все свои свитки. То есть я надеюсь, что я до того момента пройду башню, пройду легкую версию, пройду хард башни. И у меня в сумме будет 4 лего свитка. 4, да, 4 лего свитка у меня будет. Света тьмы у меня будет где-то 5 или 6. Там уже посмотрим, как это по акциям будет и тому подобное. Мистиков будет под штук 40 минимум. И камней будет около 2500, может даже 3000. Вот так. Ты сделаешь когда-нибудь для чего-нибудь вторую Вальку? Вторую Вальку? Зачем вторая Валька? Этого я не понял про вторую Вальку. Панду, возможно, когда-то сделаю. Нет, панда хороший персонаж, почему бы нет? Панду можно сделать... Куда я ее буду юзать? Я ее попробую юзать на некроманте. Ну, мне просто не горит. Если бы я сейчас не знал, чем фармить, допустим, B10... некро, то я бы, возможно, бы запарился бы насчет этой панды. Но в любом случае у меня нету этого акулы. У меня нет акулы ветра, а так все монстры у меня готовы. Пока не появится акула ветра, я всех остальных качать не буду. Это так, полдня убить на то, чтобы прокачать. То есть это все по времени быстро. Но нет у меня акулы. Пока нету. Впервые выпало ведро, но на аккаунте Глобала, где я 18 левел. Качаться, чтобы... штука. Ведро тебе поначалу погоды не сделает. Серьезно, народ, если вы думаете, что у вас ведро упало до 40 левела, и оно вам как-то улучшит вашу карму и вообще в сумме игру, нет, не получится. Ведро тоже как минимум требователен к 100% шанса крита, а это сделать на начальном этапе не так уж и легко, согласитесь. Вот. А если у вашего ведра будет под 50 шанса крита, ну толку от него. Даже Бернард будет лучше в десятки раз. Он хотя бы стабильно будет на вас скорость кидать.
Выпала полярка, ветра другу, у него Джокер тьмы, Сиары. Ну, короче, везет ему. На разных серверах одинаковый набор вызовов за камни. Да, но там только время отличается. Ну, потому что там какая-то разница во времени. Где звук? Звук должен быть. Обнови. Обнови. Браузер. Говорят, панду на гидру брать можно. Да, да. Вот этот, как его зовут, ОМГ Бомбер, он сейчас вот активно ее юзает. Да, она там закатывает, без проблем. Она закатывает. Я не говорю, что это лучший монстр там, но, в принципе, почему бы нет. Она подхиливает. Она подхиливает, она контратакует, там, дебафы, если хорошо прокнет. Там 4 разных дебафа она, по-моему, может закинуть. Может. Но все-таки панда это, знаете, вот по 100% создана для некроманта. Вот там она хорошо себя проявляет, контратакует, подхиливает. Она может заменить там многих персонажей. Но все-таки топовым является светильник огня. Вот светильника огня пока никто не переплюнет по юзабельности на некроманте. Ведро выпал, ты... Руны Блейд, что за локу дают по счастливому... Не, ну ведро одеть в 3 комплекта Блейда... Ну да, конечно же, Виолент вначале достать тяжело, разве что в магазине там собирать, покупать какой-то там... Может вам где-то от шары выпадет на B5, B6 какой-то хороший Виолент, но это вряд ли. Но все равно ведро нуждается в хороших рунах. Я думаю, со мной согласятся многие. Полярка ветра. Да, я бы не отказался от Тианы. Капец. Тиана хорошо бы зашла. Хотя, знаете, я даже от водяной бы полярки не отказался. От Алисии. По-моему, ее так зовут. В твоей пати панда кого заменит? Панда мне заменит, знаете кого? Если у нее есть раскол... Я не помню, раскол у нее с первого скилла, да, по-моему, народ? Если у нее раскол с первого скилла, тогда я ее 100% поменяю на белку. Если у нее даже есть раскол с третьего скилла на рандоме, я просто не помню, первый скилл у нее что там кидает, раскол, да, по-моему? То тогда да, я ее 100% меняю на белку. Если появится светильник, светильник я меняю сразу же на огненную фею. Вот как-то так. Что Шеннон лучше зайдет, Энерджи или Фокус? Если хп много, и ты видишь, что твоя Шеннон не сдыхает, тут нужно протестировать, так скажем, то тогда можно поставить Фокус. Будет чаще закидывать дебафы. Если нет, лучше поставь Energy. Какие-то 15%, но все равно приятно. Вообще, какой из панд тебе симпатизирует? Стихия, ну или полезность? Честно, у меня до сих пор не было времени их просмотреть. Вот с того момента, когда на стриме я их пересмотрел, я ни разу даже не обратил на них внимания. На арене мне не попадались, слава богу. Да, и как-то я их не видел. А вообще, ну из того, кого я видел, мне вода понравилась с дамагой своей. И вот огонь из-за того, что вот на некроманте хорошая юзабельность. Даже на гидре. Даже. Какие статы нужны для Чоу? Статы не знаю, но максимальные хорошие, предела никогда нет. А желательно вообще Чоу ближе к сотне крита, чтобы он доты накидывал с первого скилла. Вот, что ему еще? ХП желательно под 1025 хотя бы 1025. Ну и атаки побольше, чтобы он мог какую-то еще дамагу нанести. Шеннон одевают Деспайр, да. Сегодня Ржач был на гидре у друга, он бомбы накинул, а потом полярка убрала все. Полярку ветра юзают на гидре? Ой, да, это... Это печально, серьезно. Во-первых, человек печален, который юзает полярку на гидре. Да, она снимает все и вся, но полезна она всего лишь чем? Я не скажу, что полярка ветра хорошая на гидре. Ну, не знаю, может, я очень сильно не прав, но, зная ее скиллы, не самый полезный монстр. Но вот действительно, она же снимает все бафы, дебафы. Короче, вы только помешаете в этом плане. Да, это печальный вариант. Полярка ветра, это, знаете, это... угробить свою пати. Берете, собираете пачку, да? Если у вас есть полярка ветра. Вот такой вот троллинг прикол. Собираете пачку из рандомных людей, чтобы вас просто мало кто знал. Выставляете 5 монстров. 5 монстров. Они нажимают, то есть подтвердить, они готовы. И вы под конец выставляете полярку ветра и начинаете бой. Как вы думаете, как вас после этого будут любить? Да. Вас очень сильно будут любить, скажем так. Не повторяйте этого, народ, я просто прикалывался. Деспайр Энерджи... Нет, нормально будет, нормально.
Set Destroy, уничтожение, вообще годен? Скажем так, мое мнение, лично мое, что комплект вообще не получился. Наверное, любой другой комплект, который был в игре, его юзать можно. А Set Destroyer, ну, не знаю, народ, может кто-то его юзает, именно юзает, а не думает, что можно там это, то напишите на ком. На ком вы юзаете Destroyer Set? Да. Вот серьезно, народ, такой вот вопрос для чата. Вот если вы видите, вам не лень написать. Если кто-либо из вас юзает последний вот этот сет, который ввели в игру, Destroy, на ком вы его юзаете? Не просто на ком можно, а на ком реально юзаете? Всем пока, сегодня очень скучно. Пока. Сегодня понял, что Blades Giga задолбал падать и решил попробовать драка B9. Взял на пачку Барета ведро Ину, надеюсь, Инугами, да, Ахмана и Бернарда. Пока у Сильфа и Мишки мало хп и на третьей волне на авто дохну. Да, третья волна на самом деле, по-моему, тяжелее, чем сам босс, ну лично для меня. Да. Но ручками вышло. Переведу их на 6 звезд, качаю, должно закатить. Да, может и закатить. Так, так. На эфрите света. Так, сейчас пойдем на... А, у меня уже перышки восстановились. Сейчас пойдем на аренку. Посмотрим, что у нас на арене. Ой-ой-ой, я случайно закрыл. Секундочку. Нет, стрим не остановится. Я закрыл не то, что надо. Destroy Set на Тессарионе стоит. Сами руны с хорошим допом прокнули. Да и тройка сразу трижды прокает. Не особо ощущается, да. Короче, Озонград. Не особо, да, руны, короче. Если так, и дох подвести. Пердышки. Да, на эфрита света можно юзать. Мне самому интересно, какой же у нее там будет второй и третий скилл. Реально интересно. Так. Ну, а я не знаю, если бы хотя бы шестизвездочная, я бы попытался, если проки ушли бы в точность, то возможно. А так, и здоровье вот здесь вот, и сила атаки, которая может прокнуть. Короче, нажимайте кнопочку вот так вот, даже не думая, народ. Это, ну, я не знаю, для вас, может, хорошая была бы руна, но для меня она сейчас плохая. Да, вы видите, меня даже никто не атакует. Никто не атакует. И вот, успешная защита, успешная защита. А, ну это было сутки назад. Даже здесь успешная защита. Здесь у меня стоял один монстр. Кто-то, видимо, напал. Так, так, давайте посмотрим дальше по порядку. Что у нас здесь? Скорость. Обгонит ли наша... Давайте возьмем шарика. Возьмем шарика. Вот я тоже планирую в дальнейшем перевести шарика на 6 звезд. Перевести шарика. Он будет у меня комбинироваться вместе с этим квестом... Петухом воды. Да, я их буду там как-то менять, заменять. Шарика постараюсь перевести. А так по статам, знаете, он мне нравится. И хп много. Ёпти, 17 тысяч хп на 35 левеле для шарика. Это вполне. Будет там 22 тысячи и с головой. Точности чуть бы не сотка. Красота в таких вот рунах. Короче, шарик закатит. Да, еще и скорость, вы видите, не проточена. Так что для шарика сойдет. Да, шарик, ты балбес. Поехали. Ого, кто-то написал. Восстановление противника. Нет, вот когда я увижу вживую ифрита света, вот тогда я поверю. Скажем так. Какие руны русалки огня? Русалки огня, виолент, плюс желательно контратаки. Ну, либо бюджет, это свифт. Бюджет, свифт, сет. Так, о, отлично. Плохо, что, конечно, в этот момент у меня шарик не в виоленте, ну ладно. Тык, тык, тык. О, Хлою, давай добивай Хлою. Нет, не добили Хлою, но добили того друга. Сейчас подхилит. Блин, хоть не разыгрывай аккаунт. И после этого, как браузер закрываешь, так лагать начинает. Вроде бы все закрылось. Так, 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 поехали. Ну, и тычечку. Нет, не повезло. Выпала русалка ветра. Корм, да? Да. Огню, свету и тьме. Привет. Шумара. Шумара. Шумара, это, по-моему,
Песик тьмы, да? Насколько я помню, Шумар. По-моему, да, что-то знакомое. Swift одеть или Rage, как думаешь? Я ставлю за Swift. Я ставлю на Swift, потому что хороший Rage, я думаю, можно поставить на другого персонажа. А в Swift, почему бы нет, можно его и потестировать. Плюс он будет быстрее, плюс у него пассивка будет лучше работать, второй скилл будет сильнее дамажить, если я о том персонаже говорю. Так, едем дальше, дальше. Чхиву. Ой, вот эта вот пати плохая на самом деле для меня. Давайте возьмем огненную пачку. Сюда у нас не закатит. Хлоя по-любому должна быть. Хлоя по-любому должна быть. Хотя бы, хотя есть Чхиву, и вот это дело я не люблю. Возьмем раму для агро. Пускай агрится на раму. Ну и возьмем, наверное, так. Попытаемся. Не, мне уже на самом деле падали все русалки, наверное, ну кроме света тьмы. И ни одну из них я не начал прокачивать, они мне не нужны, ну просто не нужны. По-другому я не знаю, как это выразить, просто не нужны. Так, ну желательно первую Сиару грохнуть. Давай, Сиара, получи крит. Ладно, Сиара, давай. Просто сдохни, Сиара, Сиара, сдохни, отлично, Чхиву затупил. Не походил третьим скиллом, ай-яй-яй, Сиара сейчас... Ну, иммунитет есть самое главное. До свидания, Сиара. Все, Сиара сдохла. Уже игра пройдена. Песик тьмы нравится. Он... Кстати, кто не видел, есть на Ютубе видео. Оно, правда, там на китайском языке описано и все такое. Но там человек предлагает, там, назовем так, очень веселый топ в игре, который раскачал себе уже там около, наверное, 300 мобов на 6 звезд. Да, человек, одним словом, задротик, хороший такой задротик, за 2 года столько мобов перевести, ну, вообще без доната, вы понимаете, ни разу ни копейки не влил. В общем, он фармит приблизительно за секунд 40, гиганта, знаете чем? Он берет в лидеры Орочи, по-моему, потом берет Бернарда и троих Тарков. Кто такой Тарк? Это Цербер воды. Они друг друга постоянно берут в пати. Руны на них, знаете, ну не скажу, что бюджетные, но достать на самом деле можно. Руны он одел Swift плюс Блейд. По-моему, Блейд. Вот, то есть никаких там Рейджоу и так далее, это даже Виолент не ставил, а просто Swift. И все они одеты одинаковые. Приблизительно 80% шанса крита. Что у них там еще? Критикал дамаги где-то 150-180 у них. И, ну, все остальные такие, статы такие. По скорости у них где-то 200, по-моему, у каждого. В чем плюс русалки огня? Ответьте, если не сложно. Хороший третий скилл, который контролит. Вот, что у нее еще? Она может воскрешать, подхиливать, по-моему, насколько я помню, там скилл ее второй. И плюс она первым скиллом, она снимает бафы. А это тоже приятно, даже на драконе ее юзать. На драконе вообще чума. Особенно в Виоленте. Пару раз походила, 100% снимет этот иммунитет с дракона. Так что на драконе она тоже себя хорошо показывает. Так, 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 едем дальше. Ну, самое быстрое прохождение этого, как его... Так, здесь пачка быстрая, давайте будем юзать тоже свою быструю. Да, на дракошке, ой, на гиганте самая, наверное, быстрая пачка, которую я видел, это Орочи, Либернард, оно, по сути дела, почти одно и то же. О, класс, еще Бернард тупанут. Орочи, Бернард, либо Бернард и 4 Люшена, да. Такая пати проходит за 30 секунд. Ну, в среднем. Может затупить где-то, может где-то быстрее, но в среднем 30 секунд. Так, пока не походила, конечно же, наша подруга, вот эта темная, желательно было бы ее убить. Ну, давай, и тычку в нее. Сейчас она воскрешит, воскресит, наверное. Нет, решила подхилить. Не знаю, мне нравится русалка тьмы, классный персонаж, серьезно. У моей главы Луны есть, она классный персонаж, мне нравится. В друзьях ее часто юзаю. Так, снимай, снимай всякую каку. Отлично. Ну, а получи контратака. Вот, вы видите, да, что она творит в Виоленте. Но не сняла никаких бафов, это уже хорошо. Так, отлично, давай трипл килл. Красота. Так, и мне ответь, плиз. Я не видел. Смотрел твой гайд на B10 для тех, кто хочет, и для Веромоза... Да, я там ответил. Да, да, Домосек, да.
вода русалка как контроль норм в то, иногда заходит сон-то сквозь резист, да, иногда может зайти. Но я бы ее не юзал, потому что на хард башне ты ее юзать не будешь, а прокачивать на 6 звезд ради того, чтобы пройти 1-2 этажа где-то там когда-то, все равно персонажа можно заменить. И я не считаю, что для этого из-за этого нужно ее переводить на 6 звезд. Поэтому русалка воды для меня она кормом была и будет. Да. Так, так, так. B10. Сейчас у нас уже здесь Орочи стоит. Орочи я заменил. Кто у меня там? Веромос, по-моему, стоял в лидерах. Так, так, так. Джуна может Веромоса заменить? Джуна. Наверное, нет. Наверное, в большинстве случаев нет. Опять же, ты ее можешь брать контроль против всяких там... Допустим, ты видишь в пати такого персонажа, как... Кого можно взять? Каких-то там дебаферов, которые накидывают больше, чем 2 дебафа. Против даже какой-то Малаки. Но Малаку редко юзают, конечно же, в дефе. Хорошо заходит против Баретты. Потому что Баретта закидывает 3-й скилл, а если он еще и в Деспайре, то есть там как 3 дебафа считается. Поэтому Джуна это все будет прекрасно снимать, еще и подхиливать. Себя, да. Ну, нет, Джуна нельзя сравнить с Веромосом. Канамию, да, можно сравнить как-то да, даже с Веромосом. Церберы только воды, тьмы, огня, норм, свет и ветер вообще... Да, свет и ветер, вот серьезно, они вообще ни о чем. А вот тьма, огонь самый юзабельный. Вода, лейтовый персонаж. Тьма, ну, так скажем, редкий персонаж, используемый всякими там... интересными людьми. Я не говорю, что персонаж говно. Не говорю. Но, скажем так, персонаж тонкий. В лейте он мало будет чем полезен. Потому что 10 тысяч хп у ДД это мало в сумме. А Джуна какие руны? Я бы поставил, смотря где ты будешь юзать. Смотря где будешь юзать. Для данжи лучше, конечно же, Виолент. Для данжи. Ну, а вообще, стихия Джуны это, конечно же, вообще где ей место. Это арена и ГВ. Там ей нужно одевать Деспайр, я так считаю, да. Потому что она в любом случае походит либо первым скиллом, либо вторым. И Джуну в дефе стараются обходить. Да, стараются обходить. Но если у тебя есть там какой-то Тессарион, да, то ему пофиг. Он заблокировал пассивку и все. Ну, на 6 звезд не обязательно же ее. Ну, а зачем тогда вообще юзать 5-звездочного монстра, которого, скорее всего, убьют, допустим, если говорить о хард-башне. На хард-башне, скажу так, я-то хард-башни прохожу, поэтому скажу тебе так, я не видел ни одного человека, который юзает на хард-башне русалку воды, а на нормале можно раскачать Шеннон, Ахмана, Белку, Веромоса и раскачать этого... Баретту. Вот тебе 1-100, чуть бы не на авто. Ну, про авто, ладно, я уже так много взял на себя в плане этого того, что сказал, но да, я показывал на стриме, как можно проходить бюджетной пачкой. Поэтому не нужно качать всяких там русалок. Пожалуйста, народ, не занимайтесь само вот этим вот. Не качайте то, что вам в дальнейшем не нужно будет. Вы потом будете жалеть о том, что вы переводите каких-то монстров на 5 или там на 6 даже звезд. На Веромосе Дев 280 трон. Привет, Аракис, как тебе Логан? Логан это какой там водяной или ветер, я не помню. Я не помню, какой это там боец. Джуна, спид, хп. Джуна я бы одел спид. Наверное, крит шанс, чтобы догнать до сотки. Если ты не можешь догнать хотя бы... Если ты можешь сделать допами хотя бы процентов 80, это будет хорошо. Сотка это идеально. Тогда можно поставить хп. Сила атаки, стойкость. Понятно, спасибо. Руна ни о чем. Так. Видел на ютубе, Шумар сносится в рейдже, в лейте тоже тащить может. Да, но в ответ он получает с контратаки одну тычку, допустим, от того же Допустим, твой Шумар атакует Теомарса. Он его типа убивает. Получает с контратаки тычку, Шумар сдыхает. Поэтому мне такие тонкие ДД не нравятся. Ты это поймешь, когда вылезешь где-то к Рубину. Да, в Рубине будешь, там тебе объяснят твоему Шумару, кто он такой в атаке. Он может закатить, ну, раз там в неделю, наверное. Ты будешь очень долго обновлять бои, чтобы куда-то у тебя зашел Шумар.
любого персонажа можно одеть, по сути дела, даже там какую-то Шеннон чуть бы не одеть для спайерсета, она тоже кого-то ударит на 40 тысяч. Но не надо равнять монстров юзабельных и то, что не будет потом использоваться. Джуну я одел в спид, Аракис в спид, в смысле скорость, сет, ну для начала нормально, а потом нужно ее все-таки переодеть, я так считаю. Я другу говорю, что Инугами тьмы, а он... Инугами тьмы, скажи ему, что не надо качать Инугами тьмы. Да, и кстати, я недавно гайд выпустил, скинь ему ссылку на мой канал, пускай посмотрит гайд на всех Инугами и сделает для себя вывод. Привет, привет. Привет, привет. А где найти видео, где ты рассказывал про башню 1.100 бюджетом? Я не рассказывал, у меня целый стрим, 6-часовой стрим. Легко на самом деле найти, он самый долгий стрим у меня за те 2,5 месяца, сколько я стримлю. Просто зайди ко мне на YouTube канал и в разделе у меня все находится по папкам, по полочкам, все красиво сложено. То есть зайди в раздел стримы Twitch и там найдешь Twitch, который длится... почти 6 часов, почти 6 часов. И там можешь посмотреть. Башню я проходил на стриме с 1 по 100. Я просто предложил пройти башню. Многие написали в чате: Аракис, давай бюджетом, давай бюджетом. Ну и я согласился, почему бы нет, и на стриме прошел бюджетом. Привет, как дела? Привет, хорошо. А у тебя? Да, розыгрыш был. Какие ветреные ДД 4 звезд хороши? Ветреные ДД 4 звезд. Татьяна, Люшен. Кто там еще из 4 звездочных есть? Для начального этапа может зайти Юлиан, или Юлиан, как правильный. Кто там еще? Орочи за ДД я не буду считать полноценного, скажем так. Кто там еще есть? Да вроде бы и все из таких. Честно, я просто не могу припомнить всех. Вот если Логан... Да нет, Логан все-таки сравнить с Люшеном — это говнище полнейшее. Наверное, вот да, я, как я и сказал, Таня такая вот выделяющаяся хорошо. Это Татьяна и Люшен, да. Аккаунты буду смотреть на глобале и немножко Азии. Аракис, про Асубель что сказать можешь? Асубель. Ой, сейчас гляну, кто это там. Тьмы какая-то там. Сильф тьмы, по-моему, или Сильфит. Сейчас глянем. Чтоб я не попутал и не рассказал про какого-то другого персонажа. Так, 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 где у нас? Да, через Нокс, конечно, долго грузится. А, нет, это Тилаша. Асубель, что могу про него сказать? Хороший контроллер, особенно для арены. Особенно я бы его, если бы он у меня был, я бы его делал бы в скорость плюс фокус. Да, скорость плюс фокус, чтобы он желательно походил одним из первых. То есть, смотрите, теория такая... Он ходит, всех слипает, а после этого вы выбираете какую-то одну цель, которую вы, допустим, будете фокусить. То есть с Асубелем желательно не юзать каких-то массовых ДД. Да, желательно не юзать. Разве что, к примеру, да, вы можете как заюзать. У вас походил первый, допустим, пират воды. Допустим. Потом походил, допустим, Баретта. После этого походил Асубель, всех заслипал, но я считаю это бредом в такой теории. И после этого походил, допустим, Акмамыр, который уже всех, скорее всего, разнесет. Но я считаю, что Асубель, и я видел ролики, он чаще юзается с какими-то соло ДД, типа Теомарса, типа Татьяны даже. То есть с такими персонажами. То есть вы заслипали, а дальше уже выбираете ту цель, которую вы хотите. Но слип, конечно же, не стопроцентный. То есть не нужно тут... думать, что персонаж какая-то дикая имба, да. Если прошел слип, то, конечно же, персонаж очень хороший. Я бы не отказался его иметь в своем запаке. Так, 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 вернемся к великаннику, великанше. Так, так, так. Логан и Люша сравнить некорректно. Имею обоих 6 звезд, разные цели. Да, тоже согласен. Логан все-таки больше соло-киллер, как ни крути. Но Люшен, он лейтовый персонаж. А Логана лейтовым персонажем назвать нельзя. Хотя Люшена можно и... Да, Люшен всегда юзабелен, всегда и везде. Ну, народ, можете голосование сделать и просто. Если вот абсолютную юзабельность Люшен, либо Логан. За Люшена проголосует, наверное, 9 из 10 людей. Еще Кайта классный... А, кстати, да, я забыл про самураев. Да, тоже неплохой ДД, серьезно. Забыл про самураев. А как Сильфида Света одеть? Деспайр плюс фокус, либо... Да, Деспайр плюс фокус. То есть как Баретту, короче. Точно так же, как Баретту одевают.
А Йен не пойдет. Вот, кстати, да, про Роксашу. Ну, видите, я не могу сразу всех вспомнить. Йен тоже неплохо закатит, но она наподобие Логана. Она бьет все-таки соло цель, как ни крути. Разные действительно варианты. Толь, а башня, когда обновится, ты стримить ее будешь? Ну, не знаю, народ, вы, допустим, хотели бы, чтобы я башню с первого по сотый застримил. Но бюджетом я, наверное, не буду уже стримить. У меня есть уже одно такое видео. То есть я постараюсь пройти как можно быстрее, используя там всяких люшенов и тому подобное. Если вы не против, да, можно. И стрим будет чуть быстрее, чем 6 часов, да. Да, скажем так. Аракис, вот ты говоришь, картонные ДД, это не очень, если подобрать под них хороших сапок, к примеру, кидать инвиз или третий скилл Федоры, в лейте плохи. Да, возможно, но Блейд Лизард, смотри, я тебе не объясняю теорию. Зайди на YouTube канал и посмотри, где они юзают вот таких тонких ДД. Просто серьезно, вот открой такого человека, как UDCB, и посмотри на его роликах, что он юзает. Реально, что он юзает? Он не юзает тонких ДД. Почему? Потому что они очень быстро копытятся. Да. И если у тебя это самый основной, если у тебя нет каких-то люшенов и тому подобных персонажей, ну, во-первых, это плохо, да, то тогда, возможно, можно юзать там что-то такое. Но я считаю, что какую-то там Таню, Люшена, Йен и тому подобных персонажей проще достать, и они выдадут больше дамаги и будут больше полезными, более полезными. Рама бьет фиксы, собственно, на свету на броню, на злом, пофиг. Кстати, да, Рама на данже света очень неплох, потому что он босса убивает фактически за один удар. Там же у него очень много брони, то есть дамага где-то 100-150, да, дамага там смешная. А Рама там, как и Люшен, очень неплохо себя проявит. Так что, кто не знает, чем фармить, вон, можете 5-звездочным Рамой фармить там чуть бы не B10. Но если вы доходите до конца. GoStream, только уже не бюджетом. Постараюсь, да, на обнове постараюсь. Так, Толик, а Суккуба ветреная, она же норм. Кстати, вот, вы видите, народ, действительно, если вы... давайте поразмышляем, почему бы нет, нормальная тема. Каких еще ДД? Задавайте вопросы о каких-то там ДД таких, которые, скажем так, не особо часто юзаются. И мы их рассмотрим. Вот та же Суккуба ветра. Она неплохо дамажит в одну цель. Насколько я помню, с третьего скилла она там дает 4, то ли 5 атак. Что-то там понижает атак бар, по-моему. Что-то такое. В принципе, кстати, на них же есть гайд. Я обозревал недавно всех этих суккубов. Поэтому в соло цель она неплоха для начала. Но опять же, когда вы перейдете даже вот приблизительно на мой этап игры, вы уже всяких там суккуб юзать не будете. Она у вас будет валяться на 6 звезд, и вы ее, скорее всего, даже разденете. Но серьезно, если бы у нее была бы очень хорошая хотя бы лидерка, типа а-ля там 24% скорости, это было бы круто. 75 точности для Веромоса. Этого с головой. Да, этого с головой везде. Не Сильфа, а Сильфит. Сильфит света, да, ты сказал? Сильфит света, что у нее там? Да, тоже можно юзать. У нее, насколько я помню, насколько... Третий скилл, по-моему, инвиз на 3 хода, что-то такое. Поэтому для Вальки даже можешь зайти. Толя, что скажешь про Хеллэдди ветра? Стоит на 6 переводить и пойдем фатал... Да, ее можно на 6 звезд перевести. Я о ней буквально в прошлом, вчерашнем стриме рассказывал. Она за счет того, что ее пробустили, подняли, приподняли, да... Вот, она за счет своего третьего скилла теперь может законтролить даже любого персонажа и плевать на стихию. Сняли 30% хп, после этого она 100% застанет, если на цели нет иммунитета. Это, знаете, реально круто против всяких там огненных ДД мощных, либо даже против того же Арнольда. Она очень хорошо себя проявит против Часунки. Вот вы знаете, что вы ее не добьете, но 100% застанете. Почему бы не походить третьим скиллом? 6 дотов вешает Суккуба. А, возможно, я попутал. Рок или Рок? Франк ветра как ДД без откат. Первый скилл. Наверное, нет. Франк ветра. Кстати, вчера смотрел видео UDCB, он там тоже красиво, правильно о нем сказал. Кому интересно, можете посмотреть. Одно из последних его видео. Он там обозревал Франка ветра. Во что одевать самураев? В разные можно комплекты одеть. Можно одеть Свифт хороший. Можно одеть Рейдж. Можно одеть Фатал. Виолент, наверное, самый плохой сет будет для самураев. Но вообще, свифт сет, если у вас не на кого одеть, на самурая будет хорошо себя проявлять. Первый скилл будет больнее бить, все дела. У него там, по-моему, еще какие-то скиллы от скорости. Аракис, вор, призрак огня. Куда зайдет? Арена, ГВ для начального этапа.
А так, в данжах нет. Наверное, в данжах ты его вряд ли будешь юзать. Там все-таки саппорты даже круче будут в этом плане. Да, арена и ГВ. Full Trevor огня норм. Что значит Full Trevor огня? Я не понял насчет Full Trevor огня. Вообще, персонаж хороший. Так, что у нас выпало? Здоровье. А, блин, ну что не 6 звезд хотя бы. Хотя Blade 6 звезд. ХП в 4 слот. Ужасно, наверное. Аракис, мне нравится очень рыцарь маг огня. Второй ход. Рыцарь маг огня. Ага, это вот это. Я понял, пробовал. Второй ход бьет норм. И пассивка прикольная. Какую-то там переделывали. По-моему, ветреной сделали с пассивки атакующий скилл. Не знаю, мне из рыцарей огня нравится только тьма. Да, потому что больно бьет третьим скиллом. Мне как-то впадло было на нее хох выполнять. И теперь я жалею, да. Сейчас она бы у меня была бы на некроманте. И я не качал бы каких-то там лучников огня для некроманта. Ну, мне было лень. А на второе место я поставлю рыцаря мага воды, который дается всем, ну, там, в начале по квесту. А Семита норм. Да, Шемита и Семита хороший персонаж. Во-первых, лидерка плюс очень мощный третий скилл. Скажем так, на арене, знаете, он используется многими даже в лейте. Вот серьезно, это такой персонаж, который, если у вас нет хорошей лидерки, тем более Семита выдает очень больного с третьего скилла. У него там, по-моему, мультиатака со скилла 750% около того. Ну, короче, жестко бьет, лупит больно. Еще и второй скилл, то есть Семиту одевают либо в Деспайр, либо в Рейдж. Чаще всего. Так, есть Барретта Барретта ветреная. И ветреный Бриан ДК. Можно на... Брианты есть. Да, можно на 6... Есть потенциал. Вот про Семиту я рассказал. Короче, обоих можно переводить на 6 звезд. Но Бриан 100% стоит 6 звезд. Ты его будешь юзать, я не знаю, до последних своих дней в этой игре, да. Тигриса воды. Кто такой Тигрис воды, я не знаю. Толян, замени Галеона Бернардом. Будет быстрее. Хорошо, сейчас покажу тебе, но быстрее не будет. Ну, сейчас поставим. Я понимаю, что плюс там минус 10 секунд. Ну, я уже тестировал, серьезно, Локи. Я уже тестировал за это все время все любые варианты своих пачек. Но почему бы нет, сейчас посмотрим. Амазонка Света корм? Нет, она очень больно бьет по танкопати. Да, плюс какие-то данжи закатит. Так, кому не успеваю отвечать, народ, вы видите, чат быстро обновляется, поэтому повторите. Если что, Аракис, если на монстре висит раскол, Рама чистым выстрелом бьет больнее? Нет, нет. У Рамы зависит его урон только от того количества хп, сколько он потерял. Простой пример. У твоего Рамы 30 тысяч хп. Он, его ударили, ну, простой пример, на 20 тысяч. Следовательно, на 20 тысяч он ударит в ответ любую цель. Неважно, будут ли на цели бафы на защиту, будет ли атака на твоем Раме, он ударит четко на 20 тысяч. И ему плевать, какую стихию бить. Ну, конечно же, он не пробьет щит, допустим, Хлои. Да, это понятно, я думаю. Так, так. Свет рыцаря хороша. От тьмы отличается. Огня бьет. Ну, все скиллы. Так, Сильфида Света. Одевай как белку. У них назначение... Сильфида Света. Возможно, я не помню, какой у нее третий скилл. Аракис, небесный танцор воды для начального уровня зайдет? Да. И в лейте ты его можешь юзать на Гидре B4, B5. Да, серьезно. А так персонаж, ну скажем, посредственный. Для Гидры персонаж хороший. Мне на 444 вам сказали скормить Ситу. Если ты про Семиту, то... Не, ну неправильно, так скажем. Неправильно тебе подсказали. Семита хороший ДД, серьезно. Ну, многие со мной согласятся. Шемита, я сам бы от него не отказался на начальном этапе. Но мне он до сих пор не падал ни разу. Сильфицы. Как одеть? Можно одеть Свифт, можно одеть Виолент. Я ставлю на Виолент больше. Второй сет там уже, смотри, по желанию. Ура, моя Катька лупит по 12 тысяч. Шотнула пачка Понтус, Катарина, Аквила. Ну, уже неплохо. Но старайся сделать больше, конечно же, атаки, прокачать здание. Ой, я опять начал атаку. Прошу прощения, сейчас вместо Галеона поставлю Бернарда. Клеймо, зато урон от рамы 30. Да, кстати, клеймо работает на урон. Так, клеймо...
Так, клеймо будет работать на скилл рамы. Клеймо действительно работает на любой скилл. На любой скилл, то есть плюс 25% дамаги. И знаете, это где-то даже неплохо будет в сочетании с рамой, в сочетании с этим, с Арнольдом. Почему бы нет? Знаете, у Арнольда, скорее, в большинстве случаев предел под лидеркой это 1015-16 с третьего скилла. А этот предел можно повысить за счет, вот, допустим, того же клейма. То есть вы сможете Арнольдом ударить на 1020. Согласитесь, это приятно, потому что в лейте у многих там всяких вот там тех же Катарин, у тех же Люшенов уже 1017-18, чуть бы не 20 тысяч хп. И не всегда Арнольд ваншотнет. Давай, удачи. Про Амазонку отвечал, хороший ДД. Так, про ковбойшу тьмы что скажешь? Ульта сквозь инвиз, так, правильно помню последний. Стоит ли... скажем так, это такой недокарл, да, недокарл. Если тебе не жалко на ковбойшу, то есть каждый раз покупать таких же ковбойш и точить ей скиллы, потому что без прокачки скиллов, ну серьезно, зачем использовать такого персонажа? Персонаж она хороший, но если падали ковбойши еще со свитков, да, я думаю, многие использовали ковбойш тьмы, я бы сам бы ее юзал, почему бы нет? А так, знаете, все-таки большинству жалко будет прокачивать ей скиллы за счет девилмонов, либо покупать, ну, вы знаете, я юзаю ковбойшу воды, но у меня выбора не было. Даже до сих пор мне ее неким заменить. А так персонаж больно бьет, да, пробивает щит Хлои и тому подобные щиты. Во что одеть Грега? Сейчас говно вампирики. Оставляй, хороший персонаж. Даже на Личе его юзают, Грега юзают на... Некроманти... Ой, лич, некромант. На этом, на Гидре юзает Грега тоже. Да и на ГВ его юзает, и на арене. Хороший персонаж, на самом деле. Пассивка. Он, когда остается один, он такое вытворяет. Ой-ой-ой. Что за клеймо? Это дебаф, который добавляет плюс 25% дамаги. Любой дамаги. Не считая дота. Привет, Витас. Попробую пачку на B10 гига. Люш лидер, Бернард, Пират, Орочи, Меган. И во что второго Люшена люди... Нет, второй Люшен у меня голый, я его одену в фатал. Пока не могу я нормально скомбинировать его так, чтобы получилось больше 50% шанса крита. Спасибо за подписку, Азанград. Но сначала я попробую с Бернардом, а потом твою пачку. Класс, народ, вот посмотрите, почему вот здесь сейчас не крит дамага? Почему? Почему, мать его, здесь не крит дамага? Уже третья руна за сегодня фейковая. Ну вот как дружить с этой игрой? Хорошо, давайте сначала попробуем, пока я не... Так, как там ты сказал, пати? Хорошо, Люшен, Бернард, Пират, Орочи, Меган. То есть поменять... То есть убрать хил? Скажу так, эта пачка часто будет фейлиться. Это 100%. 100% я уже такую пачку делал, но я не говорю, что она сейчас не пройдет. Где-то зафейлится, где-то наоборот быстрее пройдет. Но под хил у меня стоит, потому что у меня нет... Вот я, допустим, когда вот второго Люшена одену, тогда он у меня заменит полностью мою часунку. Да, тогда уже 100% буду проходить. А так не хватает дамаги, не хватает. Какой архангел, по-твоему, лучший из всех пяти? Как по мне, лучший и даже лайтовый вариант, это, наверное, огонь для себя, вот мое мнение. Для меня это огонь самый лайтовый вариант и топовый. На второе место я поставлю ветер, да, потому что он бесит. Вот это, я думаю, вы часто встречали такое. Воскресил кого-то, себя отхилил и давай все заново. Это бред. Ты любишь своих подписчиков, Никоди? Конечно же, ну, в хорошем смысле, конечно же, люблю. Блин, ну, народ, ну, для кого я делаю все это? Конечно же, люблю всех, кто смотрит меня. Да, то есть, если бы меня никто не смотрел, то, конечно же, я бы ничем бы этим и не занимался. Конечно же, я рад каждому, кто приходит на стрим. Каждому. Стараюсь отвечать ВКонтакте. Согласитесь, все, кто меня смотрит, я никого ни разу не проигнорил. Никого. Если у вас адекватные вопросы ко мне, я всегда отвечаю, всегда. Может, не в ту же секунду, но всегда. Этим я стараюсь как-то и вам помочь. А если на монстре клеймо рама сильнее ударит? Давай, народ, а давайте прямо сейчас протестируем. Давайте сейчас протестируем. Тогда вопрос по клейму. Урон усилит ли у скиллов, бьющих сквозь деф?
Да. Кстати, я юзал клеймо вместе со своим Люшеном. Люшен бьет сильней. Это стопроцентная инфа. Здесь я даже проверять не буду. Я специально проверял. Да, бьет сильнее. То есть Люшен бил у меня где-то по 1009. И знаете, когда вот Люшен топовый плюс клеймо, то он может в сумме ударить, выкинуть 3 карты по 15 тысяч, даже больше. Топовый Люшен вообще на сервере. Да. 45 тысяч дамаги в клеймо. Но клеймо, вы знаете, массового клейма, насколько я знаю, нету. То есть в одну цель вы сможете больше. Нет, еще не разыгрывали. Так, так. Про амазонку я уже отвечал дважды. Медведь двухзвездочный огня. Как танк для начала хорош. Для начала да, но не советую его даже на 5 звезд переводить. Клеймо, имбовый скилл, да. Соглашусь, из-за этого я хочу получить... Если взять даже о первородках, я не откажусь от вампира тьмы. У него тоже клеймо, третий скилл переделали, классно. Так, секундочку, сейчас, сейчас. Давайте протестируем. Ну, вы видите, прошел по времени. Но из-за того, что у меня лагает Нокс, конечно же, на Твиче, то есть вы можете от этого времени отнять секунд 20-30. То есть я быстрее прохожу. В среднем я прохожу за минуту 50, минуту 40. Видите, рекорд минута там 26, такие дела. Так, и кто мне там еще говорил вместо часунки? Ну, в принципе, ладно, пати. Давайте протестируем, на ком мы протестируем вообще. Где, куда мы пойдем? Где больно бьют, где больно бьют. Давайте протестируем, наверное, вот здесь, на огненном. На огненном протестируем клеймо плюс рама, да, народ? Давайте. Клеймо плюс рама. Сейчас мы посмотрим на все это дело. Так, где моя... Сихва, где моя сихва, я ее уже... А, нет, не проехал. Давайте возьмем еще подхил часунку, чтоб не сдохли. Так, поменяем песенку. Так, часунка и рама. Давайте вот сейчас протестируем. Хотя бы приблизительно, я думаю, зрительно мы поймем, что работает ли клеймо на третий скилл. Так, убираем, убираем. Так, ну, поехали. Я думаю, сейчас големы должны бить раму. Клеймо. На кого повесим, народ? Или давайте протестируем это на третьем боссе, да? Он жирный, да, давайте по-быстрому. Блин, часунку бьют. Так, часунку бьют. О, повесили раскол, чудненько. Это хорошо, так, давайте вот этого побьем. Давайте тебе закинем клеймо. Отлично. Ну вот сейчас приблизительно, народ, присмотритесь. Я поставлю медленный вариант. Сколько дамаги нанесут раме? Так, 2000 нанесли раме. Еще около 2000, еще 6000, еще... Короче, вот сейчас, вы видите, у рамы приблизительно половина хп, согласны? Вместе с лидеркой, не лидеркой, а вообще с башней, у моего рамы сейчас около 41 тысячи хп. То есть мой рама сейчас должен ударить в ответ в этого голема. Вот сейчас тест на миллион, да. Он должен в ответ ударить на 1020-22. Если он ударит хотя бы на 25 тысяч, значит клеймо работает. Ну и так, поехали. Х1 ставим, ну... Пассивку голема мы не учли. У него, по-моему, там вот этот вот резист, да, народ? Отпишите, пожалуйста, что дает пассивка голема огня. Не, ну 17 тысяч это бред, у моего рамы побольше хп. У моего рамы 40 тысяч хп. На 17 тысяч я физически сейчас не мог ударить. Тем более в метку. Блин, на ком же это проверить? Ага. Наверное, на каком-то кристалле надо будет проверить. Ладно, поехали дальше. Напишите, пожалуйста, какая пассивка у голема огня. Я не помню. 40% резист к урону. Блин. Наверное, неправильный данж я выбрал. Я не знал, народ, какая пассивка. Сейчас проверим дальше. Да, фейл. Небольшой фейл, но может на кристалле проверим. На последнем кристалле, наверное, проверим, да. Почему бы нет? Давайте дойдем до босса. Сокращает урон. Блин. Приблизительно... Я думаю, что метка работает. Мне кажется, метка все-таки 100% работает. Ну, почему бы нет? На урон Люшена влияет, на урон Арни влияет. Кстати, надо его с Валькой потестить, да, народ? Что скажешь о доассисте тьмы? Его немножко переделали, но все равно доассист ветра и доассист света, они топовые. На 40%, да-да. Так, ну сейчас дойдем либо до башни конечной, либо сейчас может... Хотя тоже, блин, сейчас три голема должны будут... Ой, это будет геморрой, наверное, но ладно.
Попытаемся дойти. Да, хватит слипать, давай бей ее. Мне кажется, что не сработает. Ну вот сейчас протестируем, подождем минутку-две, чтобы уже 100%. Мы какую-то башню будем бить, я на нее накину метку. Как тебе конфу, девочка огня, я так понял. Рандомные персонажи, и как по мне, самый юзабельный персонаж, это, конечно же, тьма. Конечно. Так, вот сейчас мы посмотрим, 40%, да? Ага. Ну да, ну да. Хотя вот сейчас можно приблизительно подсчитать будет. Потому что у него, когда меньше хп, тогда да. Так, давайте, вот сейчас можно, я думаю, даже посмотреть на тест. Итак, закидываем метку. Метка, есть, клеймо стало. Давай, бей раму. Вот, народ, смотрите, у моего рамы сейчас будет... Вот сейчас, я думаю, тест сработает, если мы не доведем до половины босса. Смотрите, у моего рамы сейчас тысяч на 23 он даже должен ударить. Сейчас босс под меткой. И на сколько? 30 тысяч. Вы видите, народ, метка работает. Все, конечная, можно выходить. Метка работает 100%. Да, метка 100% работает. Если нет, можете посмотреть либо повтор в записи, либо протестировать сами. Метка работает. На Люшене точно так же. А вот на Вальке Ветра я не проверял, но я думаю, тоже будет работать. Представляете, да, Валька UDCB, которая по 37 тысяч бьет, так еще и под меткой. Впаять может больно. Реально, впаять может больно. На Арне 23 кабля. Это норм. Для 5-звездочного норм, для 6-звездочного 10к это мало. Да, это мало. Так, народ, давайте сейчас перейдем на хотя, что переходить, на глобале мы уже сидим. Давайте я подождите. Так, да, извиняюсь. Какие мобы вешают клеймо? О, их на самом деле много. Там есть какие-то варвары. Есть какие-то даже сайты, посвященные всем дебафам. Так, давайте перейдем сначала на Азию, народ. Немножко уделим времени Азии, так что... Азиаты, готовьтесь. Tell me why. Так что давай проверим твою Вальку, как она долбанет. Хорошо, давайте я когда перезайду после... Народ, тест по поводу Вальки будет после того, как я закончу с глобалом, да. Когда я просмотрю аккаунты, тогда и посмотрим на Вальке. Ну, мне кажется, Валька, ну, максимум 30 тысяч, максимум, мне так кажется. И то это будет по воде, да. Какие мы... Качать огненного или водяного ангела смерти. Огненного можно для фарма локаций, то есть для вулкана, а водяного для харда башни. Итак, Азия, канал 9889, поехали. Посмотрим по-быстренькому ваши пару аккаунтов. Потом возвращаемся на глобал. Давайте, жду, пишите. Кому интересно, я... А, нет, не напишу, нет смысла. Так, я готов. Давай, Акелич, заходим к тебе. Вкусный ты торт. Так, монстры. Что у тебя интересного, Джули? Джулию, я помню, мы твою обсуждали в прошлый раз. Кого мы у тебя глянем? Каз. Каз, мне кажется, медленный. Хотя основной ДД, я так понимаю, у тебя сейчас Джули. Не будем обсуждать Каза. Хлоя. Хлоя, скажу так, для твоего этапа игры быстрая. Хлоя за нее... Плюсы, тем более ХП, наверное, больше, чем у моей Хлои. Да, хорошая Хлоя, на самом деле, мне нравится. Можно больше стойкости, но это такое, честно, я в своей Хлои не парюсь. У нее там тоже около 30-40 стойкости. Конечно, в идеале для Хлои 100% стойкости, но Хлоя, у которой там 300 скорости и 100% стойкости, я таких не видел, да. Поэтому для Хлои 100% главный стат, это, конечно же, скорость. На втором месте уже ХП, там резист, бла-бла. Ванесса. Точность идеально 0. Но советую тебе хотя бы там 20-ку набрать, потому что
со второго скилла ты даже раскол ни на кого вешать не будешь, советую добить. Кстати, по поводу своей Ванессы тоже подумал, что возможно я и прокачаю скиллы. Девилмонов нужно немного, всего лишь 7 штук. Даже если у меня прокнет по максимуму второй скилл и мне повезет, первый скилл я дотачивать не буду. Серьезно, я не буду дотачивать. Так, Катарина, глянем, что на ней там. Рейдж у тебя одет, 100% и шанса крита. Советую тебе взять баффера типа Зика, если ты юзаешь. Я так вижу, юзаешь. Короче, советую твоей Катарине срезать шанс крита. В ущерб твоему шансу крита повысить силу атаки и крит дамагу. Я думаю, ты понимаешь, зачем. Потому что у тебя есть баффер. Хороший это Зик. У тебя пачка, я вижу, идеальная. Замир, дальше Хлоя, твоя Катарина и Зик. Идеальная пачка, то есть подобная моей пачке, которую я юзаю, только я юзаю с Меган. Хотя вот, опять же, в твоем запаке лучше бы выглядела бы Меган, чем Зик. Зик тебе сейчас, по сути дела, ничего не дает. Да, баф, да, на 3 хода, но все-таки Меган будет более профитная в твоем запаке, потому что у твоей Вальки 100% шанса крита, это плохо. Короче, не смотрите на мою Вальку, моя Валька плохая. Замир, ну, у меня плюс 12 скорость, у тебя плюс 13. Отличный замир, просто копия где-то моего, да. Хороший замир. Но в дальнейшем советую Energy Set, знаешь, на что поменять? На какой-то Shield. На Shield Set почему? Потому что ты часто будешь воевать против всяких там Орионов. Орион на рандоме может с твоей Вальки снять какой-то скилл. И знаешь, будет приятно, когда он снимет не иммунитет, точнее не баф Хлои а-ля непобедимость, а снимет иммунитет, либо вот этот Shield. Это будет прикольно. Так что Замира своего постарайся пробустить шилд сетом. Многие не любят этот сет, потому что он типа там отстой, бла-бла. Но все-таки где-то и дамаги дамаги немного заблокирует. Плюс вот для твоей Катьки даст неплохой такой буст иногда. Барретта. Правильно одет Барретт, но очень мало скорости, больше скорости. Верамос. Больше хп. Я понимаю, что левел не 40, но все равно больше хп и больше скорости. Если вот разобрать два случая, то лучше упрись сейчас скорость. Вот плюс 60-70 сделаешь, будет хороший Барретта. Луэр. Так, точность, скорость. В Деспайр сете тут разбит сет, я понял, просто для точности. Ну, просто усиль статы скорости и точности. Так, Сигма, Сигма. А вот этот Сигма мне нравится, единственное, конечно, мало атаки. Больше атаки сделай, ну и можешь смело переводить там на 6 звезд потом. Так, кто у тебя тут еще? Хва. Хва. Шанс крита мне нравится. Скорость, если в Виоленте нет. В Свифтсете. Если в Виоленте такой стат будет, то это еще более-менее. В Свифте больше нужно скорости для хвы. Тессарион. Так, понятно, понятно. Глянем твою Перну. Перна. Больше бы шанс крита их... Хотя хп, ну хп, наверное, не надо. Свифт сет такое. Постарайся сменить в дальнейшем на Виолент, конечно же. Так, так, так. Кто у тебя тут еще интересный? Рок. Ну, наверное, ты им уже не фармишь. Дальше, дальше. Делфой. Вот твоя Делфой мне даже больше нравится отчасти, чем моя. Потому что у тебя больше скорости. Но, а, свифт сет, понятно. Ну, бюджет для Делфой. Бернард. Больше скорости. А так, нормально. Акасис, не знаю, для начала можно юзать, хотя тебе сейчас она куда может зайти? На B10 гиганта. Даже если ты ее в Деспайр оденешь, Деспайр она у тебя одета, ты ее можешь юзать даже в башне. Да, многие через Акасис проходят в башне. Допустим, белка плюс Акасис, это достойные два подхила плюс щит, там бла-бла. Так, Арию советую для башни в дальнейшем раскачать. Город для Катарины. Это идеальный персонаж, он тебе часто будет заменять Хлою. Но не всегда, не всегда. И смотри, когда ты оденешь Вальку и будешь юзать в Блейте вместе с Гором, советую на Валькирию вторым сетом одеть Вилсет. Что такое Вилсет? Это иммунитет на один ход. Почему? Потому что зачастую твоя Валька не будет успевать походить до того, как походит вражеский Верамос и тому подобные персонажи. То есть в ответ ты можешь получить стан. И весь твой комбо-вомбо, все твое комбо-вомбо, оно пойдет в минус, да. Поэтому на Вальку в лейте вилсет, если юзать с Гором, это оптимальный и хороший вариант. Так, едем дальше. Так, 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 заблокировать. Так, папка или рапка, заходим к тебе. Let it burn. Так, заходим к тебе, Шеннон, прям на первом месте, ничего себе. Так, чуть больше скорости и точности. А так, Шеннон хорошая. Просто прокачающий руны. Люшен.
не знаю, по привычке называю его Люшеном. Я не помню, народ, кто играет, так скажем, очень древний игрок. Его раньше не через Ю разве называли? То есть, раньше, по-моему, Люшен, да, было, а не Лушен. Я не знаю, я могу ошибаться, но я всегда называл Люшеном. По атаке хороший Люшен. Крит шанс тоже хороший, даже желательно 70 сделать и юзать с бафером. А вот крит дамага пока страдает. Крит дамагу старайся сделать больше. Бернард. Хороший Бернард для твоего этапа игры. Серьезно, очень хороший Бернард. Белка. Белка, тоже хорошая белка. Точность, если 30-ку 40 сделаешь, будет идеальная. Вот. Через Ю. Он Люшеном был. Ага, ну вот, народ, видите, да? Поэтому я же не сам придумал, да, Люшен. Я по привычке его и называю Люшеном. Кто-то меня поправляет часто. Его зовут Лушен. Короче, привычку не исправить. Веромос. Вот твой Веромос, если он в Виоленте. О, мне нравится твой Виолент на Веромосе. Плюс, если ты вот этот Немезис добьешь, допустим, вот сюда поставишь Немезис на скорость, это будет тоже чумной Веромос. Знаешь, враги, когда будут на тебя нападать, они будут удивляться тому, что они не добили твоего Веромоса, он пробустился по скорости, а в ответ их застанил и, короче, все им поломал. Да, Веромос в Немезисе — это хороший Веромос. Но для данжей и для башни, конечно, лучше контратака. Это логично. Так, Барета. Нормальный Барета, но скорости, конечно, можно больше. Ифрит не будем обсуждать. Рама. Рама, понятно. Пионер. Чхиву, Чхиву. Надеюсь, Деспайре. Деспайр плюс фокус. Ну, понятно, руны пока плохие, я понял. Просто одел его. Но вообще в идеале на Пионера. Кстати, по поводу второго скилла, народ. Я говорил об этом в гайде, говорил об этом во многих твичах. Второй скилл никак не зависит от вашей крит-дамаги и крит-шанса. Поэтому Пионера одевать в ДД — это очень печальный вариант, народ. Не одевайте Пионера огня в ДД. Второй скилл у него бьет больно, но бьет он только от вашей физической атаки. То есть от вот этих вот двух статов. То есть крит-шанс и крит-дамага на второй скилл не влияют. В чем плюс второго скилла? Не обозревая его там, того, что он там снимает и вообще всю эту фигню. Механика второго скилла в том, что он бьет, неважно кого, воду, огонь, тьму, свет, он бьет сверх атакой. То есть атака идет как разрушающий урон, то есть просто лупит больно. И все дебафы за счет этого проходят чаще. То есть гланс второй скилл вообще не ощущает. Но, конечно же, если на вас не накинули дебаф гланса, и вы не бьете там какую-то русалку света. Я думаю, вы понимаете все эти штучки да механички. Да, поэтому пионер, знаете, вторым скиллом жучит больно. Ну, пионер ветра такой же скилл имеет. Так, Елена. Елена — хороший контроль за счет третьего скилла. Но очень редко его кто качает выше 5 звезд. Скажем так, уникальный персонаж отчасти из-за того, что кидает стан на 2 хода. Вот, на 2 хода. Знаете, какую-то там даже часунку, если прокнет, можно либо Хлою застанить. Но все равно, персонаж ситуативный, я бы ее не качал. Как по мне, высшие элементали — это только свет и только огонь. Все остальные, Так, Калин, Колян. Коляна качай обязательно. Нужный саппорт в игре, так что... Роксаша, тоже хороший ДД в соло цель. Дарион. Мета на него прошла сейчас, не знаю. Ну, может юзаться где-то, что-то. Но я на твоем месте, при твоем запаке монстров, я бы его не качал. Светильник Джека для некроманта. Вучи для арены может даже закатить. Деспайр сет плюс фокус, либо контратака. И для данжей. То есть для данжей, для башни. Харда. Девочка кунг-фу, насколько помню, нужна в гекс. Так, лиса. Лиса света, на нее делал гайд. Так что, кому интересно, можете посмотреть. Так, ну, запак монстров у тебя достаточно интересный. Качать есть что. Едем дальше. Так, заблокировать. Так, Годмен, заходим к тебе. Так. Господи. Сразу такое встречает. Рок. Для харда, наверное, мало. Я бы на твоем месте сделал либо больше атаки, либо больше шанса крита. Вот такое сочетание — это плохое для твоего рока, серьезно. То есть ты сделал такое, ни рыба, ни мясо. Сделай либо больше атаки, то есть четвертый слот ты можешь даже процент атаки поставить. Либо поставь процент шанса крита. Да, то есть сделай ему либо сотку шанса крита, либо больше силы атаки. Потому что получается такое, что-то с чем-то. Один там с двух раз пройдет. Белка. Что это такое? Вообще слабые руны. Да. Слабые. Действительно, статы здесь очень... Ну а так, по идее, скорости очень мало. Очень мало скорости.
Лайка-лайка. По атаке хорошо. Шанс крита, крит дамага тоже мне нравится. Знаете, во что он у тебя одет? Фатал. Но мне нравится твой бюджетный, скажем так, лайка. Да, мне он нравится. Канамия. Больше скорости, хп достаточно даже с головой. Во второй слот поставь, пожалуйста, скорость. Да, поменяй, ты ничего не потеряешь, а еще и заимеешь. Рама. Стандарт. Шеннон советую одеть. Деспайр плюс фокус, либо Энерджи. Берни Бернард. Больше скорости. Ахман. 100% шанса крита, если он тебе вообще нужен. Баретта. Баретта больше скорости. Ясно. Джокер для Гекса. Рибли. Самый топовый бомбер в игре по дамаге, массовой дамаге. Не нужно сравнивать с Сиарой. Сиара одну цель бомбит, не забывайте. А Рибли бомбит всех. Почему он топовый? Потому что у него больше всего родной атаки, начальной атаки. Поэтому Рибли топовый бомбер в игре. Я бы от него тоже не отказался, знаете. И пассивка еще и приятная, контратакует, все дела. Да. Мне пишут, стоит ли ставить на Рибли контратаку. Нет, не стоит. У него пассивка и так контратакует. Да, рыцарь смерти Диас. Диаса не скармливай ни за что, ни про что. На B4, B5 он в первом, во фронтлайне, он себя чувствует идеально. Короче, в первый лейн его ставишь вместе, допустим, Федора и Диас, они в паре идеально смотрятся. Если у тебя выпадет водяной, вода и тьма, вот вам уже два монстра, которые станут впереди и будут танковать вам все. Танковать все. А сзади вы можете уже ставить все, что угодно. Вот даже вот эту Лизу. Лиза тоже хороший персонаж, но лейтовый. Меган больше скорости, Свифт плюс фокус, либо Блейд и... Ой, либо Блейд, либо Энерджи и на арену. Про Кассис мы говорили, Мак Брауни хороший бафер. Можно одеть либо Виолент, либо Деспайр. Деспайр собрать проще. Так, по поводу пиреток у меня есть гайд. Убийца воды. Хороший дамагер, но очень требовательно к рунам. Ей тяжело сделать 7 атак с третьего скилла. Почему тяжело? Нужно много скорости. Но под таким словом, как скорость, не всегда предполагается то, что ей нужно лишь много скорости. Объясняю, как работает у нее третий скилл. И вообще, от чего он зависит? От общей скорости. К примеру, если у вас скорости будет 101 и плюс тут, допустим, 60, этого с головой. Но если у вас прокачан тотем, если у вас есть хорошая лидерка на арене, и если у вас есть такой персонаж приблизительно как Бернард, его баф на скорость, он тоже будет влиять на вашу убийцу. Тогда можно юзать третий скилл. Третий скилл, сколько он там, 7 атак, да, нанесет. Да, 7 ударов. Для убийцы в сумме нужно около 210 скорости. Раньше было 220. Сейчас и порог этот понизили. Где-то так. Вот. Так что вот такие дела. Так, Франкенштейн огня. Ну, можно юзать против там каких-то огненных монстров. Короче, подобие Коплера. В лейте можно юзать. Калин обязательно качать. Пингвин для башни. Все остальное понятно. Вон. Так, так. Блокируем тебя. Так, глянь, нуба. Просят посмотреть нуба. Сейчас глянем. Евжений или Евгений. Секундочку, тебя успеем посмотреть. Так, так, так. Архангел. О, класс с Архангела. Одеваю в ХП. Правильно одел. Защита, защита. Ну, для начала нормально. Нормально, короче. Вариантов немного. Так, кого тебе стоит прокачивать? Амазонку можно как ДД прокачать, но на 6 звезд не переводи. Лучше уже даже Рэнди перевести на 6 звезд. Он более стабильный, скажем так, ДД. Хотя рандом у него тоже присутствует, но его можно в лейте будет юзать с Копером. Вот, с вот этим вот другом. Так, Рамахан. На Рамахана есть гайд хороший, я считаю. На ютубе можешь посмотреть. Один из последних рандома моих. Оборотень воды. До 5 звезд можно прокачать. Неплохой ДД, даже отчасти саппорт, подхилить может, там на скорость бафнуть. Но на 6 звезд не советую переводить, лучше ждать Эшира. Так, хак, хак огня, можно юзать замена начальная Верамосу. Но, честно, такой какой-то персонаж получился не до персонаж, он мне не нравится. Лично мне, мое мнение, да. Мне нравится из хагов свет, тьма и ветер. Да. Но их получить тяжелее всего, это понятное дело. Вода вообще ни о чем, третий скилл это убожество. Два бафа, которые вообще никак не сочетаются. Реально говнище полнейшее. Но от хак огня, ну не знаю. Если вы юзаете, юзайте себе. Я не говорю, что он корм. Не говорю, что корм. Но мне он не нравится. Скажу так, Канамия более приятно выглядит, нежели хак. Так, ну понятно. Качаю, в общем, вот Пикси. Займись, возьми за прокачку Пикси и за вот этого вот твоего Йети. Вот этих двух персонажей обязательно. Вот все, через неделю захожу, они у тебя уже шестизвездочные. Шучу, но их качай, обязательно качай. Так, так, и заходим. Так, так,
по телу осталось. Мохнатый кто? Если я правильно... Так. Мохнатый ёжик. Ёханый бабай. Тебе надо было написать ежик. Мохнатый ёжик. Теомарс. Оу. По скорости просто как будто и не было никогда, да? Так, ну, скажем так, медленный Теомарс. Очень медленный Теомарс. Но Виолент, контратака. Сюда желательно, конечно же, крит дамагу. Да. А так, ну, пока слабенький, да, Теомарс. Баретта. Баретта, больше скорости. Раки. Много раков. Раки, раки, раки. По дамаге она у тебя не особо, я так понимаю, вписывает, но в Виоленте. И знаешь, это компенсирует то, что я сейчас сказал. Если в Виоленте, тогда да. Тогда, почему бы нет, такой полусаппорт, полу-ДД выходит с нее, потому что чаще она будет массовый раскол закидывать. Знаешь, неплохо, я считаю. Неплохо для Виолента по статам Канами, понятно. Квессенбух, я так понимаю, ты его юзаешь сейчас. Эндур. Так, крит урон, ну сюда поставь получше, конечно же, руну какой-то ХП. Точность, да, так и оставляю, ну и лучше статы. Больше скорости, больше точности, да. Бетти. Бетти, понятно. Бетти, похоже, нет, нет, она в принципе только первым скиллом похожа. А так, скиллы разные. Скажу так, я бы на твоем этапе бы ее, наверное, не раскачивал. Персонаж-то, скажем так, короче, у меня на нее есть гайд, да, на ютубе, если что, можешь посмотреть. Тальк. Хороший саппорт для начала игры. В башне неплохо танкует всяких боссов. Против там каких-то там пачек ветреных неплохо себя проявляет. Пассивка хорошая. Где еще может заехать? На гидре многие юзают. Колин Колян. Хороший саппорт. Прокачивай. Рок. Я так посмотрю, тебе почти все персонажи голые спектра. Так, ясно, ясно. Спектра. Больше скорости. Ну и башню можно фармить. Но я бы ее на твоем месте сейчас не переводил. Тревор. Хороший ДД. Закатит даже поначалу в данже, так что на 6 звезд можно переводить, несмотря... Оу, 2 Люшена у чувака. Офигеть, 2 Люшена. Ядрёна, вож, Часунка. Ох, мы только дошли до самого сока, я так посмотрю. Валькирия. Ну, под Вальку у тебя уже пачка готова, по сути дела. Так что советую переводить на 6 звезд и вперед фармить арену. Статы мне вот эти нравятся, реально нравятся. Почему бы нет? Так что переводи, наверное, чуть бы не сейчас Валькирию. И удачи на арене. Так, Веромос, больше скорости. Белка, больше скорости. Точность, ну, вроде бы пока нормально. Так, поехали. Чиллинг, чиллинг. Наверное, сейчас тебе не стоит его, так скажем, одевать, но не скармливай. Так, ведро твое глянем. Понятно, недавно выбил Бернард. Больше скорости. Так, народ. Так, последний человек. Евгений, тебя смотрю, и все. О боже, ну и аватарка. Так, и переходим на глобал. Потом... Да, на глобал останется меньше чуть времени, но ничего. В следующий раз глобал больше посмотрим. Так, белка. По скорости хорошо, одета в свифт. Ну, бюджет нормально, хотя бы быстрая, но больше хп сделай. Больше хп. Очень мало для белки. 13 тысяч хп для белки, но 14, это очень мало. Канамия. Больше скорости. Калин. Больше скорости, больше хп. Слабый саппорт. Так, рок, рок. Опять же. Рока обсуждал. Либо больше атаки сделай, либо шанс крита до 100 добей. Так, Баретта. Больше скорости, больше хп. Орочи шанс крита радует. По скорости тоже быстрый. Он у тебя одет свифт плюс блейд, да? Да, почти. Разбит сет у тебя почему-то. Ой, что-то такое получилось интересное, скажем так. Я бы на твоем месте, наверное, снял бы с него эти руны и юзал бы... Как-то их по отдельности каких-то других персонажей одел бы. Потому что Орочи, ну, потерял свою вот эту вот пользу. У тебя есть более юзабельные монстры, которых можно было бы прокачать. На твоем месте, пока есть время, я бы снял с него руны и других бы персонажей подшаманил. Шеннон, больше скорости. Ого, прям дамажная Шеннон получилась. Больше хп, больше скорости, больше защиты. Бернард, просто больше скорости. Изария, хорошая лидерка. Ну, дамага не сказать хорошая, но хорошая лидерка на арену. Вор-призрак, о них есть гайд. А так, Деспайр плюс фокус. Два главных стата. Для него это скорость плюс точность. Так, Рэнди под копера. Ундина огня с недавних пор стала хорошая, потому что ей третий скилл переделали. И знаете, такая
получасун получилось. Хороший персонаж, на самом деле, я бы на вашем месте ее прокачивал. На 6 звезд не спешил бы переводить, но если у вас нет часун, я не скажу, что замена часунки, но скилл очень подобно работает, подобно, тем более на всю пати. Хак ветра не скармливай, он тебе нужен будет для гидры. Для гидры B4, B5. Так, дальше понятно все. Так, все. Все, возвращаемся к себе на родину. Угу. Азию покидаем. Глобал. Жди нас с коврами. Ракис, привет. Покажи аккаунт Зордаса. Нет. Так, сейчас на глобале посмотрим людей. И за 5 минут... народ, на глобал у меня приблизительно минут 10-12. На глобал, да. Вы уж извините, на следующем стриме я уделю больше внимания глобалу и потом перейдем на Европу. Да, вот такие вот дела. Компенсируем это немножко. Так, кого там ГЦ? Кто-то что-то выбил, наверное. 9-8-8-9. Глобал, привет. Так, кто первый? Ой, на кого-то нажал. Док 35, поехали. Белка ДД, кто думает, что по этому поводу? Это убожество. Не надо. Это как часунка ДД. Где-то так же звучит. Так, Теа Марс. Больше шанса крита и больше атаки. Атак неплохо. Люшен. Больше шанса крита. Будет редко критовать. Где-то даже три карты кинет и ни одной не кританет. Поэтому с такой крит-дамагой нужно больше шанса крита. Серьезно, даже срежь атаки, если это возможно. Но сделай больше шанса крита. Так, белка. Очень мало точности. Атак, если в Виоленте. Нет, в Свифте. Но больше точности. Потому что вторым скиллом не всегда даже снимет бафы. Веромос. Больше хп, больше скорости. Так, Меган. Скорости бы еще набрать немножко и точности, потому что не всегда жабу закинет, даже тот же дот на один ход, но все равно приятно, особенно когда ты ее в Виолент переоденешь. Поэтому скорость хромает, как и точность. Су. Шанс 100%, а у нее там от чего-то зависит, да, по-моему, скиллы. Второй скилл, да, поэтому 100% для Сун шанса крита я одобряю, серьезно, если у вас нет лидерки, почему бы нет, можно сушки сделать 100% шанса крита, зато дотить будет постоянно, да. Аварис, не знаю, зачем ты его прокачал, можешь у UDCB посмотреть, прям загуглить по поводу этого персонажа, и ты поймешь, что персонаж не стоит 6 звезд и вообще прокачки, серьезно. Его хоть и усилили, улучшили его третий скилл, но все равно он как был, так и остается говнищем, серьезно. Полнейшее убожество персонаж, и это доказываю не я, а ролики UDCB. Но если вы и UDCB не доверяете, и вообще его рунам, то я уже не знаю, кто для вас, назовем так, авторитет. Алисия, очень хорошая ДД, блин, не отказался бы от нее. Реально. Мне ее третий скилл, знаете, чем нравится? То есть вы когда только, если руками нажимаете, ну даже на авто, неважно, только начинается бой, и вы такие, третий скилл и на мобов. То есть вы еще не успели, грубо говоря, нажать, а у нее уже идет анимация третьего скилла. Это прикольно, и сама анимация, все вот эти вот там, да, завихрения, прикольные скиллы. Не, вообще ДД жесткий. ДД жесткий. Те, кто знают Форосней, или как его, он тоже на глобале играет. Кстати, он почему-то перестал видео снимать, я на него был подписан. Вот, пацанчик такой всегда монотонно сидел, спокойно рассказывал, да, но он один из топов, он часто топ-1 занимал на глобале. Вот, у него есть эта Алисия, он ее юзает активно. Да, мне нравится его Алисия. Тем более она у него в таких сетах брокенах, типа там шилда и тому подобное, вилла. Те, кто знают, они поняли, о ком я говорю. Так, Зик. Хороший, ну, одет чисто как баффер. Одобряю. Рок. Вот такой Рок. Если перевести на 6 звезд, да, он будет фармить хард, но на самом деле, серьезно, я бы лучше перевел тогда Алисию. Твоего Рока я бы... Реально, вот сегодня, пока есть время, я бы его раздел и, возможно, эти же руны использовал бы на других персонажей. Даже на Алисию, если одеть, и может ты ее как-то даже получше оденешь, подшаманишь на твоем месте, пока есть время.
Да, ну на глобале времени еще много, там до 10 утра, да, по-моему, у нас есть времени, так что ночью еще буду шалить шамани. Да, после второго ГВ я буду срочно убегать, потому что один человек попросил ему руны поменять, и я постараюсь успеть. Он все-таки с Европы, да, а на Европе в 12 часов ночи уже все обновится, поэтому постараюсь ему успеть поменять. Так, сталь, не знаю, зачем ты его качаешь, персонаж уже ушел в небытие и никем не юзается, короче, корм для ветра. Так, Джен, больше шанса крита и больше силы атаки. Пассивка у него приятная, но главное, чтобы ему до половины хп не сбили, потому что пассивка перестает работать. Хлоя, больше скорости. Баретта. Нормальный Баретта. Ох, у тебя есть полярка ветра. Ну, скажу так, сейчас она тебе вряд ли чем поможет. Ее не так легко юзать, скажем так. Ее третий скилл нужно правильно комбинировать с твоим пати. А при твоем запаке монстров и вообще этапе это тяжеловато. Но, знаешь, так скажем, у тебя есть тот персонаж, который в лейте, наверное, как Зайрос, аннигилирует арену. Серьезно. Не дамагай. А вот своим вот этим... Ну, короче, третий скилл у нее уникальный. Классно. Так, едем дальше. Бернард больше скорости, Шеннон больше скорости, больше хп, очень мало хп. Йен. Ну, пока очень слабый у тебя ДД. Бриан, хороший Бриан. Жирный Бернард. Бриан, хотел Бернардом назвать. Ахман. Шанс крита, естественно, сотку нужно. Медь. Мало защиты, чтобы игнорить броню большинства. Гийом. Мне персонаж нравится, даже в дефе. Но, скажем так, я бы его не качал. Хотя, скармливать бы я его тоже не стал. Может, его как-то даже и улучшат. Хотя его, опять же, улучшали недавно. Его улучшали, его стараются все приподнять. Но все равно, дамагу он выдает больную. Плюс, в дефе он может простоять. За счет того, что если прокнет, он не получит крит. Короче, все равно персонаж интересный. Вот как я его назову. Интересный. Галеон. Больше скорости, больше точности. Точности желательно под сотку. Да, ну здесь все понятно. Мак Брауни скоро, надеюсь, и своего одену. Хотя бы Свифт. Да, мне он понравился даже на каче. Блин, это такая скотина рандомная. Ай, так, Колин качай. Рыцарь, по поводу него говорили. Давайте глянем, что он там в тренде такой. Ага, понятно. Третий скилл, скорость и атаки. Не знаю, мне огненный вообще ничем не нравится. У тебя две Хлои? Капец. Вторую Хлою в лейте можно одеть Виолент. Для фарма, допустим, даже B10 дракона. Некоторые так и делают. Поэтому вторую Хлою я бы тебе не советовал скармливать. Сложи ее там в ящик, пускай валяется. Так, здесь все понятно. Едем дальше. Так. Народ, на рандоме выбираю. Вы видите, Гин... Короче... А, господи, одна и та же аватарка. Я так понимаю, это один и тот же человек. Ну, на него зашел, значит, ему повезло. Алисия. Оу, вот эта Алисия мне еще больше нравится, но, конечно, больше крит дамаги бы ей, а так, все равно даже такая Алисия дамагу вносит, и не маленькую. Велик, Вэлла Джоэль, мне твой велик нравится, он быстрый, что самое главное, но, конечно же, нужно будет переодеть Виолент, конечно же. Так, Шеннон, хорошая Шеннон. Белка. Наверное, в Свифте, да, ну, для начала, в Свифте нормальная белка, вот желательно такие же статы в Виоленте получить. Так, Меган очень плохая. Вердехайль, сотка шанса крита нужно, конечно же. Бернард, больше скорости, ХП нормально, да, больше скорости. Рама, бюджетный, чуть сильнее бюджета даже, так скажем, нормальный Рама. Бриан. Слабенький очень пока Бриан. Нил, ну подвальку, если ты ее юзаешь. Федору оставляй в ящик на B4, B5 гидру. Так, ну здесь все понятно. Так, заходим. Мегавей, заходим к тебе, если я правильно сказал. Одинокая птичка летает. Так, рок. Для нормала нормально, для харда нужно либо, опять же, миллион раз повторяюсь, либо сотка крита, либо шанса. Так, дальше Люси, понятно, Канами, тоже можешь качать, Роксаша. Одень ее Свифт плюс Блейд, либо Фокус. Будет неплохо тебе помогать. Зиг, как ДД, вряд ли будет юзаться, но он тоже неплохой дамагу выдает, но вот как бафер, неплохо даже с той же Роксашей зайдет на арене.
Так, медведь, понятно, о нем говорили. Шеннон, ну, понятно, просто тебе говорю то, что качать. Бернарда переводи на 6 звезд. Меган, Шеннон переводи на 6 звезд. Роксашу на 6 звезд. Канамию на 5, 100% можно. Дальше, кто тебе нужен? Тебе нужен подхил а-ля Белка, плюс можно использовать Йети Ветра, Ракажа. Либо вот, Гарпу Огня. Постарайся Белку выбить на ближайших СД. И игра у тебя покатит. Так, так, едем дальше. А вообще запак монстра у тебя все-таки слабенький для 26 левела. Так, мистер 2002, я твой ник уже запомнил на всю жизнь, наверное. Я уже к тебе заходил, ну, раз 5 уж точно, если я твой ник запомнил. Так, господи. Ты пропадешь уже? Так, посетить. Вот на следующем стриме, если ты попадешься, то я зайду. Не знаю, что у тебя написано. Ладно, не вижу. Так, самурай. Угу. Каз, насколько помню, вроде Казом его зовут. Да, но вот это неправильно, неправильно. Сними любые... А чё ж ты руны не проточил? Короче, все вот эти руны, которые у тебя стоят... Смотри, вот эту руну, вот эту и вот эту ты можешь точить смело на плюс 12. На плюс 12. Даже вот эту и вот эту руну ты можешь точить смело даже на 15, если тебе позволяет мана, и ты считаешь это правильным. То есть я не скажу, что это плохо. Вот эту руну ты можешь на плюс 12 тоже точнуть. Вот эту или эту снимаешь на рандоме две руны и туда вставляешь блейд. То есть вот смысл одевать 6 кусков комплекта, если для комплекта нужно 4 куска. Это нелогично, то есть это даже глупо. То есть поменять две руны на блейд. Так, Виолент. Ну, народ, вот вы услышали, кто-то вам сказал Виолент плюс Энерджи, либо что-то такое, вы и одели, да? Вот серьезно, зачем вот такой вот Виолент даже хранить? Просто берешь вот сейчас, снимаешь его, потому что это бесплатно, и продаешь вот эту руну. Продаешь вот эту руну, ну ладно, эту можно оставить. Вот эту руну можешь продавать смело, эту оставляй. Короче, вот эту руну, вот эту можешь просто продать и вообще забудь о них, что они у тебя когда-то были. Если тебе сказали Виолент, это не означает, что нужно вот такое вот говнецо одевать. Да. Поэтому для нее бюджетом будет это Фатал. Фатал, вот как выглядит сет Фатал, то есть натиск. Так, едем дальше. Сад, сад. Тоже одет непонятно во что. Господи, я зашел на топовый аккаунт. Народ, ну серьезно, ну вы же не первый день, я уверен, на моем стриме. Ладно, если первый, то простительно. Ай, блин, сейчас меня начнет плющить и пригорать. Зачем в такую руну точить плюс 9? Продавай ее. Сегодня бесплатная смена рун. Сними ее и продай. Пускай твой персонаж голый будет, но не будет ходить в этом говне. Ну серьезно, народ, ну с такими персонажами вы еще не поняли, что кому одевать. Да даже чат 444 вам поможет больше. Вот эта руна плюс 6. Вот эта руна плюс 6. Ну ладно, это еще так, более-менее для новичка зайдет. Плюс 9, однозвездочная руна. Ну господи, народ, сколько же ты маны... У меня то ли глаза слезятся от того, что я не выспался, то ли от того, что я вижу эти руны. Миксер мне в глаз. Ну народ, ну серьезно, ну что это такое? Короче, у тебя тут одна или две руны толковые. Едем дальше. Мне уже страшно просто дальше смотреть, что у тебя да где. Ладно. Что попало, то что было, то и полюбило. Смотри, я тебе советую, что сейчас делать. Прям сейчас снимай все руны с самурая и одевай их на феникса. Только не все, а те руны, которые я сказал. Плюс поставь блейд. Блейд это плюс 12 крита шанса. И феникса оденешь. Феникс у тебя самый тут, так скажем, мощный персонаж. Вот феникса я советую одеть. Ох, это печально, серьезно, блин, я стараюсь держаться, но, блин, я смотрю на все эти руны, я просто дальше не хочу смотреть, я даже не буду дальше обозревать, просто, если тебя нет у меня ВКонтакте, добавься, задай лишний раз вопрос, задай, я постараюсь ответить, но не одевайте, народ, вот так вот персонажей, я дальше даже не хочу просматривать, потому что я испорчу и себе настроение, и человеку. Он может специально, да зачем такие руны вообще хранить, серьезно? Зачем просто хранить такие руны? Так, народ, давайте я на рандоме выбираю последнего человека. Вот сейчас мышкой наведу последнего человека. Так, я нажал вроде бы. Так, будет это Demonich 987. На рандоме я выбрал. После этого протестируем Вальку под меткой. И пойдем на ГВ. Пойдем на ГВ. Потому что сегодня надо не то, чтобы раньше закончить, но желательно, чтобы успеть человеку помочь. Орион. Орион, не знаю, почему у тебя голый.
Ну, если что, оденешь Swift, либо Violent быстрый. Плюс фокус желательно, то есть, чтобы у него точность и под сотку было. Ну и скорость. Короче, скорость и точность для него очень нужны. Баретта. Ого! Реально жирный Баретта. Мне нравится твой Баретта. По точности точно так же, как и у меня. Серьезно, очень напоминает моего Баретту. Да, такой Баретта и на харде затащит. Зайрос. Быстрый Зайрос, скажем так. В Деспайре, то есть контроль Зайрос. Мне нравится твой Зайрос, серьезно. Я бы не отказался от такого. В таких же рунах. Да, Кайта. Кайта, шанс крита почти идеальный, но не будем докапываться до 1%. Кайта, Кайта. Я так понимаю, он у тебя чисто, чтобы скиллы сбить, да? Степень урона, откатывает навык, да-да-да-да-да-да-да, я понял. То есть против какой-то там перны и тому подобных, да, неплохо закатит. Люшен. Больше атаки, атак, мне нравится Люшен. Так, в плане мощнее, наверное, чем мой Люшен. Во что он у тебя одет? Rage плюс Energy. Нормально. Бриан, Бриан, о, жирный Бриан, хороший такой, хороший, плотненький Бриан, мне нравится. Да, и тут даже статы не по нулю, хоть что-то есть. Шеннон, Шеннон. Вот, народ, вот такая вот, ей бы точности под 50-60, а так мне вот статы вот этой Шеннон нравятся, нравятся. Да, для сотки башни нормала она закатит. Акмамыр, Акмамыр, больше бы шанса крита, ну понятно, он у тебя полураздетый. Бернард, больше скорости. Катерина. Угу. Шанс крита бы под 70 догнать. Больше крит дамаги, больше атаки. Ну, здесь все логично, понятно. Ахман. Ахман. Виоленте. Да, Виоленте, знаете, даже такой же Ахман будет хилить по 1000, 2,5-3. Но я не знаю, с лидеркой ты его юзаешь без. То есть такой Ахман уже будет полезен и в башне тоже. То есть Ахман без Виолента, ну, печальный хиллер, скажем так. Да, печальный хиллер. Потому что хилить по 2500... Да Канамия, наверное, будет больше хилить, но так она еще и дебафы снимает. Вот так вот. Так, белка, 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 больше скорости, а так нормально. Ну и хп там уже по твоему желанию. Веромос, больше скорости, так хорошо. Так, это я не знаю, это даже не хочу смотреть. Это... аж мурашки по коже. Ракан. Переделали персонажа, стал хорошим. Хвадам, Деспайр плюс фокус, либо контратака, либо шилд какой-то сет и в деф арены. Даже в атаке часто юзается. Так, народ, все. Все, на сегодня все. Да-да-да. И идем на тест. Идем на тест. Валька, Валька, где мы тебя будем юзать? Где мы тебя посмотрим? Давайте ее посмотрим. Давайте, где мы ее можем посмотреть? А давайте кого-то заревенжим, какого-то там, так скажем, нубика. Так, посмотрим, у меня там 40-е левела били. Я просто хочу... О, я думаю, вот эта пачка закатит, да, народ, для моего теста. И возьмем вместо тебя, возьмем, давайте... Так, 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 чтобы максимальная дамага была. Где, 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 где ты? Вот. Тебя, и давайте даже вот так еще больше дамагу сделаем, народ. Во-первых, лидерка будет работать Меган, так еще и печатка Сихвы. Угу, да, сейчас что-то будет. Так, только нужно будет сейчас не затупить, а чтоб Сихва походила, а потом уже начать всю канительку. Аракис, а на пионеров на второй скилл клеймо тоже сработает? Да, да, тоже сработает. Так, сейчас я тупану, если юзну скиллы. Почему? Потому что Сихва у меня медленная. То есть надо просто походить. Да, надо просто вот так вот сделать. Ну, не знаю, давайте бафнемся. Так, попытаемся Ориона забить. О, отлично, вообще шикарно. И давайте сейчас проверим на ком. Давайте на Часунке. Я надеюсь просто, что Часунку я ударю через Вальку. Ну, Часунка клеймо, а, отлично. Сейчас главное что? И никаких виолентов, пожалуйста. Тварь. Она нам помешала, народ, она нам помешала, я не виноват. Давайте убьем тогда Вальку, оставим Часунку последней. Так, постараемся. Ой, ты что такое делаешь? Не надо так? Правильно, спи. А, это он третий скилл юзнул, понятно. Так, давайте добьем Вальку. И добьем вот этого друга. Будем ждать откат Сихвы. Да, будем ждать откат Сихвы. Давайте, чтобы дамагу не наносить, мы заслепим. Будем надеяться на Виолент.
Ай-яй-яй, не делай так, не делай. Хотя давайте ее разбудим, пускай похилится. Видите, да, тест не так уж и легко сделать. Давайте бафнемся. Надо было лидерку Грифона. А куда бы я его вместил? Не очень разумно. Так, так. И вот сейчас нет. Бафать еще не будем. Так, 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 нет. Если ударим, то... Блин, давай, Часунка, отхиливайся. Часунка, давай, отхиливайся. Так, господи. Меган сегодня разошлась вообще. Отлично. Ай-яй-яй-яй. Скотина такая. Да, тест будет геморройным. Так, откатился у нас третий скилл, но юзать мы его сейчас не будем, пока Валька встанет. Валька встанет, а вот сейчас, я думаю, можно будет все юзануть. Валька у нас походит быстрее, чем Сихва, да? Как вы думаете, народ? Ладно, давайте сейчас протестим. Хорошо. Ого. Так, ну, надеюсь, мы не убьем сейчас Часунку до того момента, как походит Валька. Короче, ладно, сейчас еще один тест будет. Видите, не так уж и легко сделать тест. Потому что Сихва тупая и медленная скотина. Так, давайте кого там еще заревенжим. Здесь. Нет, здесь ветро конкретно может помешать нам. Так, какого-то нубика сейчас выловим. Кого-то. Здесь нет, здесь тоже куча всякого. Да господи. Короче, поступим правильно. Пойдем. Так, какая там пассивка? Нет, 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 я не помню. Давайте сходим не сюда, а пойдем, к примеру, вот сюда. Так, так, так. Блин, куда бы сходить, как вы думаете, народ? Чтоб реально протестить. Чтоб реально протестить Вальку. На дракона, может. Мне бы одну цель оставить, такую жирную. Был бы данж сейчас света, было бы, наверное, идеально. Реально было бы хорошо. Просто отлично. Так, может, все-таки на некроманта? Как вы думаете? Что, если мы на некроманта сходим? Да. Я даже не знаю, куда сходить. У меня просто мысли уже потерялись. У великанов всякие там резисты. Да, давайте сходим, наверное, вот сюда. Вулкан, последнюю локу. Там Сихва все равно походит вторым. Кстати, да-да-да, давайте на вулкан последнюю локу. Хелл, последняя лока. Я думаю, босс выдержит дамагу там от Вальки с первого скилла. Да-да-да, давайте выберем вот сюда вот. Возьмем. Понятно, все вручную надо выбирать. Итак, Валька. Меган нужна нам будет. Так, Меган и Сихва. Где ты, наша Сихва? А, нет, здесь дамага. Ну, дамага будет обычная, народ, как я юзаю. Как я юзаю, то есть можно поставить... Какая там лидерка вообще будет работать? Только Сихвы, да? Только Сихвы. Не будем вообще никакую лидерку юзать, чтобы Сихва даже меньше дамаги наносила. Вот, вот так, поехали. Бей кристалл босса. Ну, там на рандоме может дамага пройти. То есть, три атаки, могу не ударить в кристалл. Ну, вы поняли, короче, о чем я говорю. Так, 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 поехали. Сейчас, нет, не будем юзать. Хотя, даже сейчас, если на мобах у нас все правильно закатит, то можно и сейчас на мобах проюзать, пока дойдем до босса, если нам повезет. Так, 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 давайте бафнемся. Отлично, сейчас Сихва походит, давайте в жирную вот эту вот. Ай-яй-яй, только не убивай, не убивай, не убивай, не убивай. Отличненько, так, давайте заслипаем, чтобы не было стана, я не помню, кто из них станет. Ну, давай, Валька. Давай, если сейчас Валька все четко сделает, вообще, рубль ей в карман. Ну, Валька, давайте, народ, момент истины. Валька, бей. Ну, а, давай, давай. Ну! Вы видели, да? Но это издевательство. Это издевательство. Зачем тогда брать в анимацию второго моба, которого ты вообще бить не будешь? Ну чё за... А, вы поняли, короче. Это...
Ладно, ждем босса, короче. В конце на боссе, я думаю, все четко сработает, если у него нет там каких-то станов и тому подобного, подобной хрени. А, это вообще, блин. Попадос полный. Жопа апокалипсис. Ай. Я уже надеялся. Ну хотя бы одна тычка прошла бы и все. То есть тест готов, пройден. Сейчас посмотрим. Ну, 24 тысячи, да? То есть моя валька где-то должна ударить. Да-да-да, понятно. А, это бомбит реально от такого рандома. Давай, добивайте ее уже. Блин, эти монстры, кто их вообще делал? Инфу еще по этим монстрам, сколько бы у них там дефа и всего такого. Было бы прикольно. Если всякие кристаллы, да, которых там мы проходим, убиваем каждый день в Кайросе, о них бы тоже инфу добавить. Какие у них там атаки, что у них там, какой шанс и тому подобное. Так, добиваем. Так. Когда ты везунчик. Да я везунчик, да, особенно на рейдовом боссе, вы знаете, я там самый везучий, куча свитков, все дела. Так, ну, пытаемся. Так, что он не бьет? А, я не мог выделить. Ну, надеюсь, он у него там слип, по-моему, со второго скилла. Есть. Ой, не бей, не бей. Так, 10 тысяч. Я не знаю, что делать, народ. Так, давайте хорошо. О, босса, оказывается, заслипать можно. Чудненько. Чувствую, тест у нас сегодня не получится, нифига. Давай, босс, бей массово. Бей массовкой. Давай, давай. А, отлично, красавчик. Красавчик. Так, метку. Вешаем метку. Отлично, только не добей. Не добей ее. Ну, народ, момент истины, но нет бафа на атаку. Хорошо, моя валька должна без бафа бить на 15-16 тысяч. Если сейчас хотя бы ударит на двадцатку, значит метка работает, да? Так. Тихо, не убивай. Все, не убивай. Так, валька, давай. Три тычки, поехали. Так, господи, бей. Работает. Короче, работает. Да, мы не показали максимальный дамаг. Короче, моя валька будет бить на 1030. Вы поняли. Мать его, ну и геморрой. Это же ужас какой-то, да. Так тяжело я 3000 маны еще не добывал. Поехали на ГВ. Опачки. Так, никто не атакует, никто. 5 мечей. Минута времени. Одержал победу. Я так понимаю, все, народ. Ну давайте я дождусь все-таки. Одна минута, чтобы я потом за это не получил. Давайте я дождусь, покажу вам пока каких-то, не знаю, монстров, кого я там еще переодевал. Вот так у меня сейчас валька выглядит. Да, вот так у меня выглядит ведро теперь. Реально быстрый стал. Когда я его первый раз одел, у меня получилось плюс 12 тысяч хп, но переодел, стало 11 тысяч хп. Но больше на скорости где-то на 5 стало. Так, Тессариона я тоже переодел. Наконец-то я ему дел руну в атаку. Баретту я не трогал в этот раз. Да и нечего на него одеть. Так, кого я еще одел? Вообще одел Делфой, но пока она реально слабенькая по скорости. Очень слабая по скорости. Так, статы мне более-менее нравятся. Вот эти вот статы мне подходят. И сегодня я ее взял на ГВ. Знаете, те, кто видели, я думаю, она вам тоже более-менее симпатична была. Хотя даже если вот эту руну доточить... Ну, не хочу ее точить. Или, может, точну. Не знаю, посмотрю. Короче, в допах очень мало скорости. Так, Джамира я тоже не трогал. Ахмана я чуть-чуть переодел. У него скорости на десятку меньше стало. Но это мелочи. Белку тоже чуть-чуть переодел. Потому что одевал своего огненного друга, да. И пришлось хп чуть меньше сделать на 1000. И скорости меньше стало. Но точности плюс 12. Да, Эшира я не трогал. Верамоса не трогал. Так, на Карла уже одел, уже готовая руна, да, уже ждет его. На Карлита скоро будет одет. Да, одел Арию свою. Ария такая, вот сколько там, 173 скорости, сотка точности. Точность просто идеально зашла. Было 92, я там руну впихнул и стало ровно 100. Да, то есть одета Деспайр, контратака, это идеальный сет для Арии. Так что скоро вперед. Но всех остальных монстров я пока не трогал. Поехали. Так, война гильдии, начинаем. Так, Дариона нигде не юзаю. Бой. Уже итоги, я надеюсь, подвелись там. Поехали. С кем мы воюем? Ну, вы поняли, с русской какой-то гильдии. Это, по-моему, Сережа, это Коля. Да, похож реально на Колю. Это Саша, наверное, Александра.
Ладно, я шучу, шуткую. Итак, поехали. Плюс один выбираем. Плюс один. Сколько у нас здесь? 5 человек будет. Выбор большой. А ну выгони его. Котяра хотел забежать. Побег из Шоушенка. Цифра 1. Выбираем цифра 1. Так, это у нас цифра 2. О, Катарина переодетая. Кстати, у меня уже 66 кусков. Скоро-скоро я кого-то приодену. Да, это цифра 3. Цифра 3. Хорошо, я поверю. Цифра 4. Так, цифра 4. А это у нас цифра 5. Цифра 5. Так, голосуем. 1, 2, 3, 4, 5. А я пока иду пудрить носик. Пятую точку. Так, цифра 5, я так вижу, да, вы проголосовали. Хорошо, да, деф действительно интересный. Вообще, да, без ни одной первородки. Да, чувак вообще невезучий. Итак, поехали. Что же мы будем делать? Первая пати, наверное... Даже не знаю, жирная, что первая пати, что вторая. Реально, две пачки танков. Мне кажется, здесь мы можем даже вот таким, наверное, составом отвоевать. Я так думаю и планирую. Да, почему бы и нет. Откатим скиллы. Так и оставляем. А вторая пати... Вторая пати... Много подхила. Есть блок хила. Желателен, конечно же, Веромос, наверное. Веромосик, Веромосик. Хотя мне вот эта пати нравится. Но то, что два... водяных персонажа будут бить одного тоненького ведро, мне это не особо устраивает. Взять Вальку, возможно. Почему бы нет? Давайте возьмем Вальку. Так, так, так. Ну, я думаю, закатит. Я думаю, закатит. Будут бить Хлою эти два друга, а одного Чандру, или как его там, выдержим. Поехали, да? Поехали. Аракис, кого ты первой линии будешь, кроме Делфойна, Гидри юзать? Первой линии у меня будет стоять, наверное, Белка и Дарион. Наверное. А там посмотрим. Так, отлично. Не прошел раскол. Просто красота. Ну, хоть не стан. Давай, без прока Виолента, чтобы красиво все было. Итак, иммунитет. Закинем ли мы иммунитет? Я вот не знаю. Не знаю, как правильно сейчас поступить. Давайте. Че его цедить? Поехали. 4000. Значит, танка. Танка Валька. Офигеть. Раскол сегодня будет. Пока не залетит раскол, мы, по сути дела, ничего не можем сделать. Откатывать скиллы? Нет, пока не будем. Оу-оу-оу. Харе-харе-харе-харе. Валечка разошла. Отлично. Вообще красота просто. Вообще нифига не проходит. Угу. Так, откатим скилл. Подхилимся. Ну, раскол. Да, если бы сейчас раскол зашел, было бы вообще эпично. Только не гланс, пожалуйста. Да, бой затянется. Пока раскола не будет. Блин, капец. У Эшира меньше точности, зато у него все залетает. Идеально. Ну, давай замедление. Отлично, Эшир. Давай, пожалуйста. Эшир, Эшир, Эшир. Давай, давай, давай. Красавчик, красавчик. Это ты моя лапочка. Так, снимаем всю эту каку.
Блин, Делфой мне уже нравится, да. Делфой мне реально уже нравится. Хороша, хороша. Дивуля. Так, давайте откатим скиллы. А это что, был резист? Я не заметил. По-моему, был резист. Ну, неважно. 4 крита. Чума. Нет, нет, ну не... Не критуй, ну что ж ты делаешь? Не надо критовать ее. Ну, блин, ну что же вы делаете? Опачки, у меня повисло, народ. Секундочку. Ой-ой-ой, это плохо. Я не хочу так погибать. Народ, повис у меня Нокс. И это плохо. Если бы я сейчас был с Мобизена, я бы хотя бы с планшета доиграл. Да. Класс, повисло. Я пока клацаю. Обычно у меня раздупляется, когда я клацаю в это же окно. Но повисло, да. Чувствую, я слетел. Пипец. Это жопа полнейшая. Так, ну. Повисло, играл. Ждем еще минутку, может раздуплиться. Ну, это часто бывает, когда я долго играю через Нокс. Обалдеть. Это просранный бой, просто-напросто. Охренеть. Да уж, да уж. И меч пропадет, согласен. Блин, плохо, что нельзя, допустим, зайти в этот момент с планшета, да? И попасть в этот же момент, к примеру, да? Или перезайти, чтобы игра тебя не выбила. Было бы классно, если бы так сделали. Так, 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 так. Ну же. Раздупляйся, ну пожалуйста. Давай, давай. Капец. Да, реально, сейчас пацан выиграл за счет того, что взломал мой Нокс. Ой, жесть. Ну, блин, ну, не вылазит же никаких ошибок. Просто зависла игра. Я не знаю, стоит ли ждать. Обидно, обидно. Но это, ну, я бы выиграл бы. Пару раз сейчас в раскол бы жухнул и выиграл бы, понятное дело. Одна валька бы здесь ничего не сделала. Попробуй свернуть, развернуть. Ну, вряд ли мне это чем поможет. Ну, давайте. Свернула. Так, сейчас зайду в настройки. А, нет, по-моему, полностью Нокс повис. А не просто игра. Даже настройки не открываются. Придется через диспетчер закрывать. Да, вы видите. Ну, ладно. Попытайтесь восстановить программу. Ага. Восстановит. Да. Просто не хочется действительно проигрывать. Ладно, если бы это было бы на арене, там какой-то бой, было бы пофиг. Перезаружусь, и комп может заработает. Спасибо. Очень дельный совет, топовый. А ведро как ДД не совсем плох, очень плох. Ведро это саппорт. Если ты топ-1 арены, да, тогда ты можешь одеть ведро в ДД. Потому что у тебя будут руны, чтобы его одеть так, чтобы он был и саппорт, и ДД 2 в одном. Потому что ДД-ведро, я считаю, это такое ведро, у которого 100% шанса крита, крит дамаги около 200, 150, ну хотя бы 155-200, атаки около 1500 в сумме. Вот это дамажное ведро, я таких видел. У него даже скорости немного, там 150-160 в сумме. Ну, такое ведро хороший. Таких ведрышек пару штук вообще во всей игре. Там нужны очень хорошие руны. Так, понятно, по-моему, ничего мне не восстановится. Ожидание отклика. Понятно. Ясно, закрыл я, короче. Открываем Нокс. Ай, блядь. Как я рад. Стоит ли шанс крита 70% делать, если с бафом использовать везде? Да. Ведро с бафером? Нет, все равно лучше ему сотку сделать. Ты же в данжах не будешь его с бафером каким-то использовать. Поэтому ведро без 100% это убогое ведро и вообще не нужно делать это. Про Орочи можешь посмотреть запись. Я не буду 10-й раз сегодня рассказывать про него. Так, аккаунт. Прямо сейчас готовьтесь писать, народ, кто еще не спит. Да, прямо сейчас, давайте, до того момента, как я зайду.
разыграем буквально минуту на все про все. Сейчас, когда я включу розыгрыш, я покажу, какой аккаунт. Так, открываем. Reset. Поехали. Можно писать уже слово «рафл». Так, слово «рафл» можно писать. Так, понятно, победа тут, ясно. А там минус меч, офигеть. Так, аккаунт какой сейчас, покажу. Так, вот такой вот аккаунт. Аккаунт 280 энки, 19 левел. Маны пол ляма, 25 перышек. И вот такой вот состав мобов. Так, вот такой вот аккаунт. Давайте, народ, пишем слово «рафл». Я не буду идти на ГВ, пока посмотрю, что там. Ну, меч, понятное дело, я просрал. Обидно. Реально обидно. Плюс один я теперь могу не бить, сразу плюс два. Жесть, просто жесть. Ай, печалька Бородушкина. Так, а плюс два у нас будет сколько? Тоже 5 человек. Так, да-да-да, народ, секундочку, я игру перезапущу. Так, аккаунт сейчас еще раз покажу, вот, я думаю. Так, все проголосовали, народ, давайте буквально еще пару секунд. И буду, да, разыгрывать его. Пишите слово «рафл», кто еще не успел написать. Да, глобал. Итак, я думаю, все. 15 секунд прошло с того момента, как я сказал. Поехали. Разыгрываем. Итак. Еще люди пишут. Ну все, все учлось. Поехали. Драф выиграл у нас. То есть минута времени на то, чтобы написать слово «рафл». Поехали. Розыгрыш вновь. Включили. Так, песенка что-то остановилась. Так, время тикает, 10 секунд осталось. Разыгрываем еще, народ. Пишем слово «рафл». Так, на все про все. Думаю, минута времени хватит. Так, да. Вот, народ. Минута времени поехала, я думаю, вы ее видите внизу. То есть минута времени на то, чтобы написать слово «рафл». Поехали, розыгрыш вновь включили. Песенка что-то остановилась. Так, время тикает, 10 секунд осталось, и подведем итоги. Так, поехали. Драф. Кто же выиграл у нас? Выиграл Шизик, я так понял. Или Чизик. Чижик. Шизик. Спасибо за подписку. Итак, напиши, пожалуйста, Чижик, нужен ли тебе аккаунт? Шеннон обязательно в Деспайр или можно Виолент? Нет, Шеннон в Виоленте печальный вариант. Деспайр. Так. Чижик, напиши, пожалуйста, нужен ли тебе аккаунт?
Чижик, ждем ответа. Чижик, напиши, пожалуйста, нужен ли тебе аккаунт. Да, нужен, Чижик. Хорошо, я тебе пишу в личку сообщение, ответишь мне скриншотом, точнее, скриншот мне скинешь в личку контакта. Да, того, что я тебе сейчас напишу в личку, так. Ответишь, напишешь мне, чтоб я видел и никнейм, твои все дела, скриншот, плюс ответ мне нужен. Так, поехали. Закрыл. Итак, ГВшка плюс 2. Выбираем, кого плюс 2. Так, это цифра 1, народ. Так, это у нас будет цифра 2. Это цифра 3. 3, 3, 3. Так, это цифра... Эта цифра у нас будет 4. Бастет в дефе. И цифра побитая. Нет, наверное, этого мы не будем, он уже сильно избит. Короче, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Пишем, пожалуйста, голосуем. Так, у меня уже батарея на планшете разряжается. Голосуем, голосуем. 1, 2, 3, 4. Так, 2, 4, 1. Пока большинство за четверку. Бастет, да, хотите увидеть? Хорошо. Так, Бастет, спасибо за подписку. Спасибо. Так, первая пати стрёмно будет. Бить через... Нет, во вторую пати стрёмно будет через Вальку, потому что тут два типка. А давайте во второй пати соберем точно такую же пачку. И просто посмотрим, так скажем, кто жестче. Я понимаю, что руками контролить проще, но проки Виолента, вы знаете, никто не убирал. Так, поехали. Вторая пати реально для меня интересно будет. Кто быстрее, кто что может. Угу, так. Бернард достаточно быстрый, около 250 скорости. Ай. Ай, ай, ай. Но в принципе вот Бастет вместе с Акмамыром, знаете, плюс Бернард, неплохое пати, но для атаки. Да, плюс четверка там кого-то, вот такие вот дела. Так, ну, давай Бастет сдохни. 22 тысячи хп. Это им можно было бы ожидать. Так, 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 скиллы откатываем на всякий. Тут я даже не знаю, на рандоме поступим, либо четко. Давайте лучше сделаем так. Бух. Оу, Бернард-то жирный оказался. Какой бюджет на Эшира одеть? Бюджета на Эшира нет, чтобы он тебе выдавал пользу. Нужно очень много хп и желательно крит дамаги. Хп нужно от 30 тысяч, от 30 тысяч. То есть желательно под 40 тысяч хп. Ну вот вы видите, у него Веромос оказался быстрее, но никого не застанил. Что сделает наш? Наш застанет двоих. Рандом. Ты что делаешь такое? Рандом, сука, опасен. Блин, да что же у меня нос расщухался? Так, и... Ой-ой-ой. Подхил это плохо, ну давай, добивай. Три крита, но этого хватило. Веромос, знаете, по дефу жирный был. Может, у него даже руна какая-то в деф стоит. Вот, если вы хотите вот такого Эшира, я понимаю, он бил не в раскол. Но мой Эшир не в раскол бьет по 3,5, по 4 тысячи. В среднем. А если вы хотите вот такой вот говна Эшира и ставить его в деф, то, пожалуйста, одевайте его во что хотите. А если вы хотите вот такую вот дамагу хотя бы выдавать по толстому персонажу, потому что 6,5 тысяч, это реально в жирного персонажа. А на самом деле всяких там... Люшеном вы будете бить там и по 10 тысяч такими рунами, которые у меня стоят. Блин, а Виолента у него прокает. У него, по-моему, вся команда в Виоленте. Итак, давай стан. Раскол. И еще раскол. Блин, откать. В откате еще скилл. Ну, до свидания. Ну вот, Эшир получил на 9 с копейками тысяч. Так, так, поехали. Плюс 3. Хорошо, Эшира покажу в конце. Выбираем плюс 3. Так, это цифра 1, если что. Это цифра 2. Блин, все персонажи прям переодеты. Фигаро в дефе, нифига себе. Так, это, наверное, мы не будем уже рассматривать, понятно. Ой, гильдия наша топовая. Сливных посливали. А тяжелых бейте
другие, да? Эта цифра будет 3, да, я так понял. 1, 2, 3. Выбираем. 1, 2, 3. Кстати, да, вот, народ, последнее приложение, вот, вы можете его скачать, его даже скачивать не нужно, оно просто устанавливается у вас в Google Chrome, вот, последнее сообщение от Мобота. Это сообщение будет вам выводить, когда у меня начинается стрим, да, и вообще у всех, на все, на кого вы подписаны, у вас будет вылазить уведомление о том, что начался стрим. На Twitch канале, так, 1, 2, 3, 3, что-то за тройку большинство, третьего хотите увидеть, жул, Джубеля в дефе. 2, 3. Ну, пока 2 и 3 у меня соперничает. 2, 3. Кого бы я хотел? Здесь, наверное, через Вальку все может. Во второй пати через Вальку. Здесь подобная пати. Я вот сам думаю, 2 либо 3. Шеннон, скорость, ХП, точность. Либо скорость, ХП, ХП. А, допами собрать точность. Ну, давайте посмотрим на вот эту пати. Мне тоже интересна эта пачка, но... Вот это вот сочетание двух этих бродях, оно мне не нравится. Реально не нравится. Очень не нравится даже. У него, по-моему, там режет шанс крита, да, пассивка? Да-да-да-да-да, режет. Ножик, режек. Вторую пати. А вот вторую пати можно, я думаю, будет через Вальку бить. Первую пати давайте подберем. 100% будем бить через Эшира. А вот кого третьего, я не знаю. Серьезно, не знаю. Может взять раму для подстраховки. Застрахуй братуху. Да, наверное, возьмем раму. Плюс лидерка ему тоже немножко поможет. Попытаемся. Но когда я беру вот такое пати, и вместе с рамой, раму вообще никогда никто не бьет. Вот из вот этих друзей я не удивлюсь, если его бить не будут. Этого раму. Либо взять часун. Часун. Ну, Джубель понятно. Джубель будет бить одного из этих двоих, это 100%. Здесь гадать не нужно, к бабке ходить. Да, 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 да. Даже не знаю, спектра нафиг не нужна. Если взять Делфой. Оу, а если взять Делфой? Делфой. Кому она может помочь? А давайте возьмем Делфой. Сегодня мы эту пачку уже юзали, поэтому давайте не будем ей участник. Ага, понятно. Так. Вот, я добиваю, народ, и будем прощаться. Блин, у меня что-то нос расчухался под конец. Давно не чесался. Ну, это понятно. О, быстрый. Все. На сегодня все, да, походил. Итак, вот сейчас очень плохо, что у меня, видите, Делфой, она медленнее, чем мой Эшер. Я постараюсь для этой пати Делфой сделать быстрее. Да, чувствую, это ГГшечка. Но пока есть иммунитет, слава богу. И сейчас, нет, будет подхил. Итак, Эшир, давай, Эшир, сделай сказку. Давай, снимай. Это... Так. Будем откатывать скилл или не будем? Нет смысла, он и так уже. Давай, на 6000. Плохо. Ну, пока есть иммунитет. Отлично, да, Делфой мне нравится, народ. Мне нравится, обожаю эту стерву. Ты что такое делаешь? 8000, харе, ребята, харе. Итак, что делаем, откатываем ли ему скилл, чтобы он не заагрил? Да, давайте. Откатили, и лучше я ударю эту подругу. Блин, вот то, что раскол висит, да, кажись, пипец моему Эширу. И я здесь, наверное, не затащу. А ну, замедление? Нет. Да. Это ГГшка. Это, скорее всего, ГГшка, либо до... Не знаю, до чего мы доведем. Скорее всего, пипец мне. Да, давайте закинем иммунитет, чтобы не было раскола. Да. Эшира потеряли, и теперь будет печально. Джубель оказался достаточно мощной скотиной. Но если мы будем бить не Джубеля, это будет еще печальней. Так, подхилимся. Да, давайте подхилимся. Просто, чтобы снять раскол. Ну, есть вариант Джубеля все-таки убить. Возможно, если убьем Джубеля, то будет хорошо. Все будет хорошо, я это знаю. Если проки Виолетта пойдут. Давай, контратака, все дела. Ага, хер там. Да, рыжик где-то... Нет, рыжика давно нету, но... А ну, скилл тебе откатим. Не знаю, откатили или нет. Ну, единственный вариант это через Джубеля. Хотя, может, Хлою попробовать, народ? Может, действительно, все-таки Хлою? Сейчас попробуем. Да, бой может продлиться еще долго. Тут у кого чаще проки Виолента зайдут?
тому и повезет. Угу. Давай тебя, друг. Ай-яй-яй. Да. Да. Отхил. Я думаю, сейчас, если через Джубели не прокатит, то можно через Хлою начать. Угу. Да, давайте, наверное, поменяем дислокацию, попробуем Хлою. Будем бить Хлою. Может, Хлоя окажется тоньше. Надо было сразу проверить. Но Джубель не отпустит. Джубель не отпустит моего клыкастого. Ну-ка. Ну, давай замедление на нее кинь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да, здесь бой может очень долго длиться. У меня как бы больше шансов победить, согласны? Больше шансов победить, чем у него. Но это может длиться очень долго. Очень долго, о господи. Не тогда прокнуло, когда надо. Так, сейчас попытаемся откатить скиллы. Не заметил я, прокнуло или нет. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, сейчас можно потерять моего друга. Ну, отхил, отхил. Блин, все равно агрит эту скотину. Это чистая ничья. Ну, возможно, но все равно у меня есть вот шанс убить, если правильно прокнут скиллы и все дела. Замедление бы желательно на Хлою закинуть, чтобы критануло хоть раз и прошло. Ай, ты господи. Так, так, так. Ой, сейчас можно слиться. И еще один прок. Да. Ну, теперь ждем, ждем ничью, если мы до нее дойдем. Да, сейчас может быть все печально. Привет, привет. Да, если мы вообще доживем до этой ничьи. Ну ладно, да, тут уже я проиграю. Жирный Джубель скотина оказался. Так, здесь хорошим вариантом будет убить либо левого, либо правого. Центрального оставим на потом. Давай, давай Вальку. Или, или этого. Давай, давай, давай кого-то убей. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, мало-мало-мало хп осталось. И добиваем, 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 потому что может уже не так прокнуть. Ай, надо было скилл откатить. Не подумал, что Виолент может прокнуть. Тик. Угу, откатываем скиллы, поехали. Да, рандом не на моей стороне был. Ну, давай. Два в Вальку, один сюда. Ну, скотина, блин, придется еще раз отката ждать. Ну ты, ёпти, попёрло. Посмотрите, 4 прока. И сейчас уже можно по-быстрому забить будет Вальку. 4 прока от Джамика. Ай, красота. Ты мой любчик. Иди сюда, откати всем скиллы. Да. Если бы у тебя был... Да, Желтана у меня, к сожалению, нет. Желтана бы я сейчас мог взять. Да. Так, ну, все. Народ, будем прощаться с вами на сегодня. Огромное спасибо всем, кто был у меня на стриме. Следующий стрим, честно, пока не знаю, когда будет. Явно не завтра. Так что ожидайте анонсов. Следите просто за моей страницей ВКонтакте. Либо там... За спрос не бьют, как говорится, вы всегда сможете спросить, но желательно просто обновить мою страницу ВКонтакте. Вот и все, раз в сутки, этого для вас с головой, да, чтобы получить информацию о том, когда будет следующий стрим. Либо чаще всего я анонсы выкладываю просто у себя на YouTube-канале. Всем спасибо за вечер, огромнейшее спасибо, всех вас люблю, спасибо, что были у меня на стриме. Приходите в следующий раз, первородок вам, побольше кристаллов, побольше маны. Да, что-то у меня с маной проблемы. Последнее время вообще было 62 ляма сегодня с утра. Кстати, да, слился я реально сегодня по мане. Монстром вам получше. И огромнейшее спасибо всем за донат, всем, кто помогает мне, всем, кто подписывается платно на мой канал. Будет еще много видео, поэтому всем спасибо, спокойной ночи вам и до новых встреч. Пока-пока.